since we like this shit, see. We'll be right back.
Итак, дорогие зрители, всем доброго вечера. Боже мой, как же давно я вообще вас не видел именно на своем YouTube-канале. Конечно же, трансляции у нас происходят в регулярном формате. Мы с вами смотрим и чемпионаты Украины, смотрим с вами и рестримы Гека, и Титан Лигу. Но все это происходит, к сожалению, как так получается, именно реально не на моем канале. То есть, ну как так вышло, короче. Но сегодня у нас интересный ивент. Это Warm Tournament с призовым фоном в 10 тысяч от Джарвиса и Лентлиса. Команда есть прикольная, на самом-то деле. Тимлист у нас, если что, есть в описании данной трансляции, поэтому, конечно, присоединяйтесь, прожимайте лайки по данной трансляции. Я уверен, что организаторы будут очень довольны вашей сегодняшней активностью. Ну, а мы с вами уже готовы скоро отправляться будем на сегодняшний наш первый матч. Команды есть реально, которые будут у нас участвовать и на PMSL квалификациях, и просто крутые команды, которые мы с вами привыкли видеть на частных турнирах, которые всегда на них показывают прекрасный результат. Действительно, PMSL квалификации уже повторюсь просто про них, потому что все-таки те команды, которые, наверное, фавориты будут в большинстве наших зрителей, они как раз таки будут играть по PMSL квалификации. Как вы знаете, PMPL у нас нет, PMSL квалификация будет начинаться уже в феврале, то есть да, и там уже эти команды все покажут свой крутой результат. Но покажут ли команды крутой результат на этом турнире и насколько, вообще какие команды будут сегодня активничать, я хотел бы узнать ваше, конечно, мнение, чтобы вот, например, вот у вас, знаете, есть какое-то мнение по той-то команды, которую я могу даже и не знать на самом деле, потому что команды постоянно меняются, есть постоянные решафлы из-за данной сценой, именно часы турниров, заизлить максимально сложно, потому что она не освещается нормальными новостными каналами, то есть, да, хоть считаю большое количество, но вот реально в плане потребления информации именно с такими командами, ну, есть у нас серьезные вопросы, поэтому вы по-любому знаете многое, я жду от вас определенных дискуссий в нашем чатике о том, что вы действительно поддержите какие-то команды, да, которые у нас сегодня будут присутствовать, и поболейте за них. А как же без этого? Конечно, хочется поболеть, хочется, чтобы за командой была поддержка, чтобы команды сами так активнее, интереснее играли, благодаря тому, что они просто будут видеть на то, как сильно хорошо наш с вами дружелюбный чатик, да, который мы пытаемся построить за долгое время, будет себя проявлять. Я что вижу? Я вижу сразу вылет большого количества команд. Команд здесь очень много. 16 команд, в которых присутствует команда Kha'Zix Team, Warm, KFW, Shockwave, Dream Army, 27+, Shoot to Kill, Hardbass Team, RR Esports, Team Modern, 27+, но которые не просто плюсы, а Esports, 29, AOR Esports, Avalanche, Acid, Unity и команда Anti-Hype RX. То есть, боже мой, ну количество команд, я пока только их выговорил, какое их вообще большое количество, то уже сразу устал. Но ничего, надеюсь, что вы сегодня полны сегодняшней энергии, потому что у нас сразу, как только начинается этот матч, мы видим, что представители команды Kha'Zix Team уже топил, а вот команда 27+, появляется у нас на экране. Да-да-да, именно здесь же игроки начинают делать первый прострел. А, ну у нас не только здесь, потому что 27+, у нас, я говорил уже, не в одном экземпляре. Кстати, Горец уже забрался, ХБ живой, а вот Офис отбрался в ног. И его сразу же ребята с команды 27+, Esports смогли себе забрать. 1500 метров им придется преодолеть до игровой зоны. Непростое расстояние, но и, скорее всего, Хабеза также в соло уже заберут. На, он что-то наблюдает за оппонентами, за 27+, Esports. Надо бы Хабезу выйти как-то. Камон заметил его хит. Настрелял вот таким образом по Хабезу. В голове как раз таки RR Esports. И, как мы с вами, такой результат, что команда RR Esports сразу же отлетает. За них ведь должен был играть и Эвастейшн, и Тофис, но я не знаю, возможно, как... А, Горец, по идее, это, наверное, и есть Эвастейшн, но давайте я за это не буду так прям сильно уверен, так, да? Но, в общем-то, в целом, вы поняли, да, то, что у нас есть серьезные команды, которые могут дать целый результат. Есть 27+, Esports, которые могут сразу же их остановить. А есть Киевы, которые также начинают файт с командой Hardbass Team. Вижу, и этой команды вижу постоянные какие-то их попадания. Сразу же его на край прожимает и потусаджуса.
Ванакрая, но и его все равно умудряется Ванакрай отправить в ног. То есть Мати остается соло. Хаешка удачно в сторону Алима и Ванакрая могла бы сейчас решить все вопросы, которые только возникают в данный момент. Но все же, соло сейчас ему сделать это будет максимально сложно. Но мы смотрим. Макс пока что просто лежит. Он ждет, наверное, первого шага. Хотя это не первый шаг, потому что первые шаги уже сделаны давно-давно обоими составами. Но все-таки он думает, да, каким лучшим образом ему отыграть. Дать какой-то отпор. Чат, боже, насколько же вы активны сегодня. Вам большое спасибо. Но все-таки я включу небольшую задержку у нас на сообщение, чтобы у нас хотя бы раз, не знаю, там, 20-30 секунд мы не писали, потому что у нас просто чат проспамлен одним человеком за одну команду. Чисто бэмс. Я люблю поддержки такие. Это круто. Но, блин, ну прям настолько, когда настолько 27 плюс спортсмен, Dream Army. Два фаната взяли, просто запамили все, что только можно. Так, Ванакрай, что, хардбасса забрали антимири? Кстати, 4 килла-то уже сделали. 3 киллпоинта, которые принадлежат Ванакраю, да, 1 киллпоинт, который принадлежит Алиму. Окей, это прошло. Но они-то потеряли двоих своих игроков. Нехороший, все равно получается результат. Могли-то, как знаете, пожить какое-то время. Касики тем временем Хашипа отправляется в ног. У нас есть еще птенчик, мандарин на ногах. Вопрос, что рефлект будет делать, да? Так, Хашипу пытаться сейвить, а снизу от них-то есть тоже команда. Это Team Modern как раз. Так, ну вроде бы так спокойно пока что. Хашипа и команда пытаются отъехать. А, у них рядом еще и команда Anti-Hype RX'ом, которые могли бы тоже прострел. Тоже очередь. Коллектив Team Modern был 2 нока. Painkiller и Баса находились в ноке, но и их смогли тем временем поднять. Гаксона дают уже прострелы у нас по коллективу антихайпов. Здесь у нас Wallrider, Dragon, Шутник и Авалет остаются. Касики сдалека дают прострелы, без рефлекта. Тоже у Касиков были вопросы по поводу решафлов. Там с ними какое-то время LM играл. Потом еще кто-то играл за команду Касик Тим. Но видим, что пока что это то самое... Практически те самые лайтнинги, которыми они были после фейзеркланов. То есть тот же самый коллектив, тот же самый состав, который... На протяжении просто большого количества времени можно сравнить их, наверное, с брутфорсами, но и то они самые олдовые ребята, которые не подверглись решафлам. За сколько? За 2,5 или 3 года уже этот состав играет вместе. Именно сейчас мы видим с вами, какой результат они показывают. Показали неплохой на Помпел, на Юг. Они имели все шансы на то, чтобы выйти на ПМГЦ. И сейчас на квалификациях Еурегиона, я думаю, что мы тоже с вами сможем посмотреть что-то интересное в выступлении от этого состава. Возможно же, выйдут они в финал своего региона. Это, знаете, такой самый волнительный момент, потому что по факту, если команда не проходит квалификацию, то что произойдет? Просто очень многое. Например, тот фактор, что если вы не проходите квалификацию, вы целый год уже не будете этим составом играть в турниры. В плане того, что не будет нас, скорее всего... Как я понял, я как знаком с этой системой PMSL, то... вариантов потом на осенний сплит как отыграться, их, ну, по идее, не должно быть. Ну, могу здесь ошибаться, но как я так считал, смотрел, то я ничего информации про осенние квалификации не нашел. То есть, я как правильно понял, сейчас расскажу в своей сути, что я вот именно заметил. Получается, команды, сейчас они играют, проходить должны квалы они. Потом уже, когда, например, будет тема с тем, что будет финал весенний, вот они играют весенний финал, а потом уже... Команды должны будут как осенью играть, вот будут играть осенью те же команды, которые играли и весной в финал. Ну, это я так понял. Но немного странная, конечно, структура, непривычная с PMPL, но от этого она и интересна, потому что для команд это будет такое что-то в новинку. То есть, ну, и для команд, и для самих зрителей, на самом деле, да, потому что, опять-таки, PMSL в некоторых регионах были, но все же, сами понимаете. Так, Мандарин у нас откис, Птенчик, Хашип остаются вдвоем. У нас игровая зона уходит на позиции Ферепира, плюс Гадка там забирает свою часточку. Ну и остальные команды тоже пытаются сейчас себе немного куда-то выехать в оптимальные для себя позиции. Все, Хашива переезжает со своей командой. Игровая зона сейчас сойдется. Будет уже Валет куда-то выходить. Но я в шоке с того количества файтов, которые мы наблюдаем изначально с вами на сегодняшнем нашем матче игровом. И большое вам спасибо, конечно, за поддержку. Чатик, я вижу вашу активность, у нас там есть мобильные зрители. Хотя я не думал, что у нас даже будет вообще какой-то онлайн из-за того, что... Ну, реально, я вообще не стримлю на этом канале. Телеграмму тоже как-то ленюсь вести из-за того, что сейчас много работы туда-сюда. А при этом вы все равно заходите, смотрите. Очень приятно, на самом деле, видеть от вас такую хорошую отдачу. И большое спасибо организаторам, потому что они забывают, зовут, пишут. Это прям тоже nice.
От многих отказываются, не то что от многих, но приходят от некоторых эфиров отказываться из работы или из-за просто переутомления. Но в целом всегда рад, когда меня что-то зовут постримить, почему бы и нет. Зонка. Сейчас сойдется. Это наша первая только игровая зона. А давайте с вами, наверное, посмотрим на более увеличенный, да, скорее всего, формат. И что у нас здесь? Так, у нас, кстати, очень хорошо дуобан, как я смотрю. Прям оп, ага. А это позиция Фери Пьера. Мы наблюдаем. Здесь у нас Кайвы в неплохой позиции. Нормально могут заехать Шоквейвов. Шоквейвов я так давно не слышал этот тег. Просто капец. Вот вообще ничего за них не известно. Знаете, вроде бы европейская команда, да, наш регион, но вот какой-то отдельной информации по ком-то из них вообще как будто и нет. То есть, да, мы там видели, кто-то ушел, кто пришел, хотя, как вам... Нет, вроде бы даже после осеннего сплита у них могло и не быть каких-то решафлов. Могу ошибаться, но мне кажется, как будто их не было решафлов никаких. Ну ладно. Если не было решафлов, то это, наверное, только лучше, то что могут отыграть они, знаете, на своей хорошей сыгранности. И от этого постараться показать какой-то результат. Shot to kill. Покинул их обалду, и зато играет Дискрим. Асик, Ингуш и кто у нас здесь еще? И Страйкер. То есть реально, здесь по команде тоже Shot to kill интересные ребята, которые могут нас удивить. Они, по-моему, стал квалификации, кстати, будут играть. Тоже один в виде состава. Хардбасса, вообще у Хардбасса столько составов. Shot to kill. Сейчас я вам скажу, что еще. Хардбасс, Тим, Манимейкерсы, Мэдбулсы одни, Мэдбулсы три. То есть реально, 5 стаков, это прям очень жестко. Все это принадлежит одному человеку. Вот это, по-моему, человек, знаете, в Волынче зашел. На пабжик. Ну, интересно, конечно, чем это все закончится. Все равно какое-то будет развитие дальше. И канал свой, ну, вообще, короче, за него доволен. То, как он делает, это прям настоящий ветер. Так, а у нас здесь есть какие-то шоквейвов. Вагнерзада подходит чуть поближе под оппонентов. А классики, да, засели в домах у нас. Птенчик. Вместе с Хашипа еще выживают. Хашипа пытается сейчас куда-то нас перейти. Так, Хашипа. Сидит. Ждет. Шага от оппонентов. Так, я прострелял по птенчику. Птенчик нокается. Хашипа. Почекать куда-то Аваленчик. Да, уже есть ног по птенчику. Птенчика забрали. Зато для Аваленчи первый киллпоинт. Но Хашипу могут здесь как будто и не заметить. У нас Шоквейвы. Да, мне кажется, Шоквейвы их вообще никак не заметят. Они пропустят их мимо себя. Хашипа наблюдает за Шоквейвами. Так, Розарина. Остается еще Ава. Пытаясь тоже куда-то коллектив у нас выйти. Так, 14 команд. Еще много команд живых. 50 игроков. Под починками заезжает команда 27+, которая именно eSports. 27 просто плюс команда на рожке еще располагается у нас. Заезжает в игровую зону команда Dream Army. Под Куари есть команда 29, а в Приморск занимает себе команда Unity. Надо бы как-то уже ацидом перекатывать. Но, конечно, не повезло Хашипе с тем, что у него просто прямо на его позиции стопнулись у нас шоквейвы. Но он себя может проявить. Он все-таки такой, знаете, активный персонаж у нас, который в рандомный момент может выстрелить, сделать клатч. Реально, вот этот игрок, который прогрессировал, наверное, это будет, знаете, одним из открытий прошлого ПМПЛ европейского. То есть вот прогрессия от Хашипа была очень сильной. Частенько у нас давал какие-то такие запоминающиеся клатчи, много очень давал такого импакта в свою команду. И в целом считается одним из... как? Ну, не, главным игроком своей команды считается, да, по результативности. То есть за ним это все время наблюдалось. А, в то же время Вагнерзада, прострелы по игроку у нас здесь из коллектива Аваленчи. У Авы есть ног. И одно краски помог си 27+, начинают файтиться. Вот это интересно. Не эти 27+, да, потому что у нас, конечно, две команды, это интересно. Кстати, 27+, спорт вообще 4 киллпоинта целых себе сделали. Выезжают они дальше, походу будут они коллектив Team Modern уже пытаться добирать. Минус Гаксона, минус Painkiller. А остается Бац, остается Хидан вместе с командой. Так, выходит дальше Хидан. 27+, спорт. Баца. Получает он еще прострелы.
Запасы прям максимально опасный. В ангаре. Пока остался еще. И еще, получается, я прострелял он. В ту же сторону баса все равно локается. Хида на тут один. Пытается подойти ближе к это. По 27 плюс спорт. Но как будто бы, знаете, уже без шансов ему куда-то уже выходить. Хилс еще хэшки от Хидана. Но очень маленькое количество хилспоинта, но есть ДБС-ка. В целом, одного хотя бы Центрикса, но забрать ему следовало бы. Получится ли у Хидана сейчас что-то проявить себя. Заход, ой, как хорошо поймал здесь Airborne, и походу вообще от игровой зоны мог бы откинуть Хидан, но нет, он остается. Попытка была хорошая от него против 27 плюс ее спортсов. В моменте я думал, что хотя бы одного игрока он здесь заберет, но нет, никого он здесь не забрал. Сам откис, зона. Ферипер, прекрасно. То, что сейчас забирает команда KW, великолепно. Под ней сейчас подряд команда Avalanche, тоже шутукилы. Шутукилы, я думаю, вообще с дискремщиком, нашим прекрасным псом патроном. Но они должны разрывать. Вот реально, вот шутукил, такой состав мне нравится. Но Абалдуй тоже был неплох, да, он считается ведь одним из самых вообще там титулованных ТДМеров всея СНГ. Но, опять-таки, какие ТДМки на ПМСЛе, сами понимаете. Ого, Полиша, здравствуйте. Рад видеть наших постоянных модераторов в чатике, йоу, им большой приветик, потому что они еще заходят на трансляцию, болеют, поддерживают, наводят суету в чатике. И на них чатик сразу же батится, потому что у нас в администраторах практически все девушки, там, не знаю, 95% это чисто девушки, и там сразу чат, когда их видят, когда их прекрасных девушек, они вообще там такое выписывают. Так, выезжает Team Worm. Перед ними 27 плюс эспорта есть, отсыды перекатывают. Есть ног по 27+. Так вот, да. Лоу хэповый. Захват Rewind. Котейка отправляется в ног. Здесь, чтобы на крайне просто разошелся. Не на шутку. Дает еще ног по морфию. Но и понимают, ребята, что его надо останавливать. Поэтому Кейлин, как только дал ног, сразу забрал. Потому что на край забрал бы сейчас весь сервер, мне кажется. Если бы его действительно не остановили. Тем временем, Зойка. Какие хорошие имена у нас здесь у данного состава. Состава Dream Army. Да, Зайка накидывает какие-то хаешки сразу под коллектив 27 плюсов. 30 секунд, надо будет сходиться. У Кайвов Алим здесь на ногах против Такоды. Такоды приходит ближе куда-то. Есть еще прострел команды 27 плюс. Алим Лохоповая, его все равно забирают здесь игроки из коллектива Avalanche. У Avalanche только пару команд здесь у нас остается. Эйзер. Живет, может дальше идти. А Эйзер минус хп он сейчас получает. Так, Эйзер лохоповый, хорошо. Можно к этому, конечно, перекатывать. Team Worm, заход валет. Просматривают сейчас команду они 29-ов. Ну нет, 29-ы пока что живут. Игровая зона, третья сходится у нас. 12 команд, 43 игрока остается. Да, есть еще команда Dream Army, пытаешься дальше куда-то выйти. Так, ну получится ли у команды, интересно, куда-то еще выйти или нет. Так, ну все, зона идет, и, конечно, круто, что команды активности не идут, первый уже матч. А мы видим от них такую прекрасную активность, и увидим уже по 20 плюсам прострел от команды Shot to Kill. Shot to Kill не намерены долго сидеть. Асик сразу насыпает по 27 плюс и скорт. Дает нам хит, но ловит ответочку он уже от Airborne. Можешь заехать дальше уже. Airborne под Shot to Kill. Дискрим чекает Airborne. Все, заезжают ряд сюда. Утка, Центрикс. Дискрим не успел понять, что это Асика. Но он в лутку. Развернулся не успел он, как Клим у нас уже отправился в ног. Ингу живет. Страйкер также пытается подъехать. А он уже подъехал по 27 плюс спортс. Ну, слушайте, ребят, но они добирают моментально дискрима. Airborne получает также хайшку, минус немного хилспоинтов от Airborne. Страйкер пытается его сейчас догонять. Центрикс еще остается. 2 в 4. Shot to kill против команды 27 плюсов. Под Airborne, под хита хайшка еще прокидывается Страйкер. Хит нокается. Еще и Центрикс нокается. Утка. Минус Airborne, минус утка. Прекрасно, просто команда 27 плюс и спортс. Отлетает у нас лобби, но за шутукил вдвоем закрывает достаточно сильных оппонентов себе. Оформляет себе плюс киллпоинты, но остаются они даже в зоне в следующем проке.
Ферипер, мы с вами видим, да, у нас забирает сразу несколько команд, которые здесь это отсыды. Это коллектив у нас 29-ов, там же на этой позиции есть еще и команда 27+, поэтому пока что смотрим. 27+, у нас один фраг на счету, это Такода. Так, OneX просматривает ноумайника. Ага, ноумайник смотрит за вормами. Ну, вормы крайзона есть. Но у них все равно более-менее флопан. То есть этот край сейчас только если на позицию чификса сюда заезжать. Тогда его можно норм играть, а так, по факту, это не очень удобное место. Юнити получает еще прострелы. Так, кто у нас Юнити нукается? Юнити нукается Мармелад. Борьба как раз таки за то, что кто попадет на зону. Либо Юнити, либо став антихай порыться. Есть нок по Мармеладу. Селф остается еще. Заходит с ДБСом наперед. Так, борьба двух ДБСов. Селф. Он все-таки нокнулся. Селф дальше. 808 гэнг недалеко. И мразь, который за зону решил выехать. Который вообще на Мираде чудом не, не взорвался. Хотя, возможно, еще не поздно. И, может быть, его еще заберут. Но пытается какая-то мразь проехать дальше. Прекрасный никнейм просто. Ну и мразь высаживается у нас. 808 гэнг. Бежит в игровую зону, но, скорее всего, у него не попадет. А вот вормы попытались что подъехать не ближе под Ферипьер, их сразу осадили так постепенно. И начинают вормы катить дальше. Есть еще проезд и команда у нас антихайпер-иксов. Ингуш. Так, Ингуш переезжает. Ну, они страйкер, что просто должны не подпускать под себя оппонентов и все. То есть сейчас особо какую-то активность от них... А смысл ждать? Смысл как-то реально активничать? Когда можно просто пожить, пофармить пластинпоинт, киллы-то у них уже есть. А тем временем Овертекса получает ног, а зона фулл Аваленчи. Ну блин, ну с такой зоной, с таким количеством, как будто бы, знаете, Аваленчи обязаны забирать сейчас топ-1. Вот не может быть ни одного оправдания, почему сейчас команда не заберет топ-1. И Хашипа. Посмотрите, находится Хашипа. Хашипа заходом на топ-5 должен быть в этом матче, чтобы быть таким нарядным, красивым. По результату, чтобы порадовать свою команду, которую, к сожалению, очень рано мы потеряли, да? Розарина. Так, здесь очень близко к ним ациды подходят. Морфи заходит уже под караса. Смотришь за командой Аваленчи, но под Морфи подъезжает еще и команда Ворм. Морфи на ногах. Ворм есть ног по чификсу. Минус чификс. Форс, ЕУ, Валет и Хайпер. На ногах еще. 50 секунд. Зона должна идти уже дальше. Так, переходит дальше Авалет. Есть заезд под Римарми. Все, Авалет, надо выходить отсюда. Так, посмотрим, какая-то команда здесь Римарми. Авалет стопается. 29 и получает себе еще прострелы. LDX с ним нокается. OneX. RTSN. Минус RTSN, минус вся команда 29-ов. Быстро откисло их последние два игрока. Хашипа 20 метров, прекрасно. Аваленч. Накид удачку, это Ворм. Ворм все ног, это кроме Хайпера. А он за зоной. Ой, 100 метров, как же проблемно будет их преодолевать ему. Вероятнее всего мы потеряем с вами Хайпера. Не будет его уже в этом матче, не будет его в зоне игровой. То здесь борьба, знаете, за опасный поинт у него остается только и все. Ну это и так понятно. Хотя и непонятно, потому что у него уже была фуловая команда практически только что жива. Но нет, здесь плотность большая по оппонентам. Его заберут. Вот точно не оставят. Хайпер. Закатываю дальше у нас как-то. Шоквейвы сюда еще. Так, депрешер. Пока что остается. Схождение игровой зоны. Еще новый прок. И это прок опять-таки на Аваленчи. Наша какой-то. Все эти команды реально забирают просто что можно с этого матча. Страйкер нокается. Ингуш за соло. Получает он также себе минус киллспоинты. Менее половины у Ингуша остается в наличии. Шоквей выжат еще фулпак. Прострелы по Мэджику и по Мокси. Мэджик еще урон. Вагнер зада. Попадает по Мэджику. Шот ту килл, страйкер на ногах еще.
Так, команда Dream Army. Эйн. Зайка остаются. 40 секунд, он должен идти уже. 27 плюс. Есть ног Патакона. Руайт, арбузик. Стопаются еще они. И это минус у нас пока летит у антихайперов. Shot to kill. 7 киллпоинтов. Руайт минусуется. Ворм. Так, хайп. РТК. Он что бы это Ферипьер, все равно позиция им забирается. Как ластовая надежда своей команды остается. Пару секунд и начнет уже сходиться игровая зона. 7 команд живых, 17 игроков у нас здесь. Йо, поддержите команды, которые здесь на всем присутствуют. Не забывайте также ставить лайки. У нас тем временем остается 6 команд, и, ну, здесь должны шоквейвы побежать. Шоквейвы как будто прям могут сделать все так красиво. Овертех остается, прострел по Карасу. Карас. На него заходит сверху команда 27 плюсов. Спускается за 7 плюс. Ног по... Не знаю, по дыне. Арбузик за зоной отдался. Он хотя бы не отдал свой киллпоинт. Минус. Время по страйкеру. Опять ингуш на ногах остался. Прокидка хаешек. В сторону тоже команда Валенчи заходит на... Ингуша уже здесь мэджик. Прокидка еще молотовы. Мокси должен куда-то проходить. Но они просто не чувствуют. Они не чувствуют позицию ингуша. Ингуш накидывает хаешку в сторону. 4, кстати, хаешки в наличии ингуша здесь есть. Он пытается потом, то есть, попасть. Минус хиллспоинта у ингуша. Страйкер сейчас опять какую-то информацию. Заходит сюда еще мэджик. И мэджик хаешка забирает. Ласт представитель команды. Shot to kill. И вот сейчас уже животрепещущий финал. Между тремя коллективами будет разыгрываться. Между шоквейвами, между командой Dream Army и коллективом у нас Avalanche. Команда должна остаться. Ну, шоквейва, фулл пак просто здесь остается. Заход дальше, Dream Army наступают сразу же по свешкам. Не помогает, а сейчас еще и коллектив Авы. Ну, Avalanche могут, да, конечно, сильно заруинить команду. Шоквейв, даже несмотря на свою... преимущество численное. Все-таки позиция Avalanche в кемпе, когда все остальные их оппоненты находятся на фуллопных позициях. А коллективу у нас Dream Army. И более того, надо просто брать и переплывать. Но здесь все ходится очень сильно. Прям в руки стекает коллективу Ава. Так, прострела по Эйну. Минус Эйн. Зайка. 50 метров. И Avalanche. Забирается Эйзер. То есть трое теперь игроков живых у шоквейвов. Но они через смоки пытаются неплохо продвигаться дальше. Розарино. Дает еще прострелы. Заходит под Ава. Розарино садится. Боже, пытается переехать. Ава, что дали прострел. Ну как же так? Они его взяли, просто спустили. Спина Розарино открывается. Зайка дает прострелы. Но только давал прострелы. Сам Зайка накосил кого-то из... шоквейвов, но никого так не заруинил. Но все равно отвлек на себя внимание и дал полный контроль над ситуацией в руки коллективу Avalanche. Ава зайдут, заберут сейчас ластового игрока, Овертекса. Овертекс отлетит, топ-2, 0-4 киллпоинта, в целом неплохо. Ава зато у Авы будет топ-1 и очень много киллпоинтов. Идет должна быть десяточка, по идее. И хаешка еще не заканчивает этот первый игровой матч данного финала у нас Worm Tournament от Джарвиса и Лендлиса. По итогу Ава берут себе топ-1, действительно, с 10 киллпоинтами. Команда шоквейвов здесь 4 киллпоинта. Дальше у нас отличился это Shock to Kill, конечно, что да, 7 киллпоинтов. Один киллпоинт за команды 27+, и... А в целом... А, ну вот, 27+, еще одна команда, да, у них здесь 10 киллпоинтов, то есть, которые топ-12. Ну, тоже, блин, ну, топ-12 и 10 киллпоинтов, ну, то как так? Как-то странненько. Окей, во-первых, привет еще Ива, привет Полиша, всем вам здравствуйте. Мы просмотрели с вами первый сегодняшний матч из 5. У нас тут впереди еще 4 матча, это 2 Мирамара, 2 Рангеля. Мы с вами скоро уже увидимся, буквально после небольшой паузы. We'll be right back.
возвращаемся с вами на, конечно, World Tournament от Джарвиса и Лэнслиса. Но результаты по итогу первого матча уже на экране, поэтому внимание на них, ведь на первом месте у нас оказывается коллектив Avalanche. Топ-2 забирает себе команда 27+, третье место команда Shoot2Kill, четвертая позиция Shockwave и пятая позиция команда 27+ Esports. Мы видим с вами, как у нас очень активно тег 27+, буквально по окончанию одного всего лишь матча, сразу берет и вбивается в результат. Это ли не кайф? Конечно, кайф. Удачи тому тегу вообще дальше. Посмотрим, как они дальше будут двигать. А мы пока что берем с вами уже отправление на второй сегодняшний матч. Это Мирамар. Второй из пяти матчей. Ведь потом у нас будут еще... Ого, тут завоз. Капец. А ну-ка подождите, ребят. Ладно, тут такой завод прошел. Окей, 17 команд, 67 игроков. Найс, я доволен, ребят. Ну ладно, не могу сказать счета. Ну короче, просто такое смотрю. Ладно, пофиг. Так, команда разлетается. У нас, да, что-то такое. А Avalanche выпрыгивают самыми первыми. Вылетают у нас также Ациды на Вальдемар. Аоры забирают себе Лос Леонес. Также там Модерна, что летят у нас с ними рядом. Есть еще коллектив KW. 27+, один стака летит на Эльпоза. А 27+, я просто тебе не видел, куда полетели. А вот Монтануева, походу, у нас будет таким первым серьезным местом, где сразу столкнутся три мерзкого команды. Одна из них, это, конечно, Модерна, не на экране. Также здесь будут еще Ворма. Ай, уже кого-то Пайнкиллер просто обнаружил, дал прострелы. То есть, Алим здесь? Да, это именно Алим. Ну, если так, и находится Ля Бандита. Импала является центром этой зоны. Да, поэтому ждем с вами, куда команды перейдут. Аоры подъезжают под Лос Леонес. Также заезжает команда Avalanche под позицию Пуэрто Парайза. Ля Кабрера там есть, Эльпоза. Вообще, в общем, в целом, вообще норм команд здесь у нас еще... На ногах, которые могут фатить с самого начала, могут завозить контента. Поэтому, пожалуйста, поддержите свои коллективы в нашем чатике. А мы с вами включимся, наверное, на следующий спот, который мы с вами еще не смотрели. Это уже Эльпоза. Кто у нас здесь? А у нас здесь Антихайп RX. Плюс команда 27+. Прострелы дают уже Дрэгон. Равайн подходит. Лоу-хэповый шутник также остается. Перебегает Авале дальше. Волдрайдер. Заход вперед, шутник нокается. Так, World Rider пытается убежать. Догоняет его дальше команда 27+. Так, World Rider еще остается. Можно уходить. Им Шоквейв, тем временем. Файт с командой RR делается. Розарина добирается, Тофис просто взял, зарезал на здесь Розарина. Прострела по Тофису. Кстати, странно, что у Арреры, у них ведь нет слота, по факту. У них ведь был он, типа, арендованный, потом выкупили как Демуэрта, сделали, условно, как себе второй слот, да? А потом в итоге у них так получилось, очень непонятно. И интересно, что я прям не знаю, просто как ХБС играет под свою команду. То есть не просто так к нему приснился Тофис. То есть, который, знаете, был в юниках. Кстати, да, после тега, ведь у нас Тофис нигде же не играл таких серьезных команды. То есть, он, по идее, год. Я не понимаю, подожди, в серьезной команде играл ли Тофис или нет? Ну, Майн, ПМГЦшку, Анализ, Твистед Майнсы. Ну да, как будто вот, да, Тофиса нигде не было ж. Хотя, не знаю, прикольный игрок, конечно. Раньше был вообще супер. Но, подумайте, времена поменялись и... Не все игроки стали актуальными спустя время. Модерны. О, Нюта, здравствуйте, кстати. Боже, что у нас за чат? Ну что я говорил? У нас просто модеры чисто девочки. Это у нас, во-первых, не только модеры. Я считаю, вот, даже просто чат. Аделина, Алмика, Таша. Ну ладно, Димасик, привет, Снегурка. То есть, ну вот, все Инна, ну то есть, просто все девушки. Я не знаю, это просто... Я доволен, честно скажу вам. То есть, либо мальчики стесняются, что писать чатики у нас. Либо что, как, ну норм, реально норм, то есть хороший заводик, спасибо,
девушкам за то, что вы смотрите нас, на меня, на команды, поддерживайте их, пишите комментарии. Стимулируете других лайки ставить, порчу наводите. Я, конечно, против порчи, что так нельзя делать, но с теми, кто не ставит лайки, наверное, это можно делать. Так, вормы. Уже просматривают. Есть команда Team Modern. Возможно, Валя сейчас куда-то и выйдет. 1600 метров, кстати, это зона надо преодолеть. Такое немаленькое реально расстояние, которое желательно было, чтобы команда сейчас побыстрее как-то прошла. Выезжают, shoot to kill ближе под импалу. Там же рядом есть касики. Так, есть также Aurea Sports. Avalanche Puerto Paraiso. Выкатывает еще команда Ацидов у нас. С Вальдемаром. Ну и вопрос сейчас, что же с Альпоза будет происходить? Авалет. А, он соло. Ладно, ладно. Там он соло просто кошмарит команду сейчас 27 плюсов. Авалет. Стреляется с дыней. Ну зачем стреляться с дыней, когда прямо под тобой рядом находится арбузик? А вообще в спине находился еще и Такода, который вообще с Мики мог нормально натапать и еще сделать четвертый киллпоинт для своей команды. То есть 4 киллпоинта на счету есть у команды 27+. Это прям неплохо. А следующая команда, которая у нас подвергается файту, я думаю, станет команда KFW. Почему и нет? Да, видим, кто у нас здесь переходит. Здесь Оливкарский подходит под команду Team Modern. Гаксона, пейнкиллер остается еще. 1500 метров, прилетает еще и хаешка в эту позицию. Так, дальше куда-то выйдут они или нет. Прострел по пейнкиллеру. Ну, как он просто не понимал позицию Мэджика. Баца. Рядом с ним Ванакраев. Ой, Ванакраев по рангелю шел очень по-боевому. Интересно, Мирамаров так же затащит или нет здесь. Минус Баца. Хидан вместе с Гаксоном остается. Гаксон нокается. Хидан насыпает по Алиму. Все, 1600 метров. Надо преодолеть. Заходит Алим. Алим дает уже прострел по транспортному средству. Хидан настреливает по Ганпейну. Ганпейн в итоге нокается. Алим за тачкой. Кидает на счет здесь молотовы. 2 минуты. Фулл сезона. Мэджик тоже получает прострел сейчас от Хидана. Хидан, мы видим, у нас на ледниковых сетах между Юмпом и М. Очка не хватает, но для фулсета еще есть сковороды. А, конечно, ящички вы можете купить. Ладно, нам не заплатили за рекламу. Так, Алим. А все, фулл пак. Они минуснули. KFW берут сразу, делают себе плюс киллпоинты. Они разрезаются, тем более с ними хоть рядом есть вормы. Они никак не помешают, потому что вормы намерены ехать в зону через пикада. Там они, возможно, встретятся либо с 27+. А, нет, 27+, сильно позже не будут ехать. Та же команда у нас Dream Army. На MVS Unity как-то соприкоснуться. Команда 29-ов пытаются как-то крутить чуть ли не через Захар будут. Возможно, под Арреров вот как-то так заедут они. А Кастик из команды Shot to Kill пытается играть уже, знаете, именно на будущее. На 3-4 зоны понимают они все же, да, что зона все равно будет на стороне импалы. Походу будут они именно от нее пытаться как-то играть уже. Все, минута остается до момента, как зона фулл перейдет. Выкатывают еще команда с Avalanche. Хотя я хочу из-за Карасок назвать их Hardbass Team. А, кстати, где Hardbass Team? А, я вижу, они Сан-Мартин. У нас там забирают. Да, Туса Джуса, Макс, на Страйкаге, все флупаком еще здесь живут. Перед ними там есть, конечно, еще команда Шоквейвов. Но пытается пока что команда вперед уже выехать. Все, 15 команд здесь есть. 57 игроков. Присутствует на втором из 5 матчей. Да, дистанция в 5 матчей у нас будет. Ну, конечно, на своем канале это вообще непривычно стримить. Это совершенно другая аудитория по сравнению с ночными стримами Титанов, где никого нет. С чемпионатом Украины, где вообще все другое было, да. Что еще было? Были только рестримы, да, по идее? А, да, у нас вообще ГЕК. Блин, я как будто что-то еще такое-то глобальный какой-то турнир комментил. ГЕК по МГЦ. А, нет, было там через... Да, был этот... типа Лидомы какой-то турнамент. Альянс, то, что проводили, да. То, что нас захватывали через студию. А, Пингер был, стоп, вот. А я помню, что какой-то еще был крутой турик, который комментил. Да, точно, Пингер. Вообще было очень хорошее разнообразие по странам того, что приходилось комментировать.
Так, едет куда-то вперед у нас команда Dream Army. Что-то вроде Хасьенды. Dream Army заезжают. Ну, там они не сами, там с ними есть еще одна команда. Вопросики, конечно, есть по коллективу Avalanche. На Impale. О, гору Impale забирают. Но если на прока, то Ава могут зайти в топ-5 точно. Потому что на Impale часто зона так любит насходиться. Касики получают прострелы. У них минус рефлект. А рефлект где нок? А я не вижу его. А он фуллоп вообще был. Ну, кстати, хардбас Steam зато плюс киллпоинт сидел от Макси. Просматривает какой-то птенчик. Макси. Нафт есть рядом также. Все, 2 минуты. Будет он уходить уже. Все, Макси выкатывает. Все, продолжает. Хардбас Steam куда-то ехать. А опять-таки что? Они сделали нормальный килл. В зону заротировались. Почему бы и нет? Могут же просто покинуть в каком-то одном кемпе. До... Ну, опять-таки, следующий прок для них тоже норм. Они могут не спешить. А вот отсюда, интересно, не торопятся ли сильные игроки здесь? А, ну они тоже кем забрали. Окей, я думал, они будут ехать в направлении шоту киллов, но нет. Он с ума сейчас сойдет счастливый такой. Ну так а еще бы, как можно не быть счастливым с таким прекрасным чатиком? Я не понимаю. Если бы у нас все комментаторы так вот сидели с таким чатиком прекрасным, я вам говорю, у нас было бы намного лучше качество каста. Потому что, не знаю, если для кого-то была бы просто мотивация, такой чатик прекрасный. А есть такие импульсивные, как я, которые просто стесняются, сидят тут красненькие уже. Или не красные. Хотя, не, ну вроде не настолько красный, как мог быть. Ну что, да, прикол с краснением у меня, это вообще с детства тема. Вот моментально какая-то фигня происходит, я сразу краснею. Вообще, не знаю, чересчур впечатлительный. Да-да. А тут еще с такими сообщениями в чате хорошими. Да, хашипа. Но у меня есть рефлекс, конечно, должна наступить рано или поздно по хардбасам. Хотя бы одного игрока, но красик надо забирать. Чтобы уже, знаете, это... На будущее закинуть удочку, на сближение, возможно. Ай, ну вот, закинули они таким образом, что ж. Взял здесь горец, прострелил, птенчика нокнул, но не добрал еще. Опять-таки, да, хотя дал знак Арера, то что, опа, а тут есть не фулпак, а он еще и нокнутый игрок, один из них. Так, горец. Надо, надо к этому переходить. Хабезу бы не помешало, и... Экей, 444-му. Можно было бы тоже уже куда-то двигать. А, тем временем по зоне у нас по югу прямо ротируется команда KW. Также Los Leones там забирает команда Ауров. Они же так и называются, по идее, да, у нас Ауры. Да, Ауры, Спорт, никакой расшифровки, я не знаю. Так, Worm и Graveyard. Рядом с ними есть еще команда 27. Плюс я вам так краешком их покажу. Который все подъезжает. Unity есть, Касики, Ареры. Да, но они пока нормально. Горит реально холодно. ХПС. Насыпает сейчас он по 29-ам. Здесь некоторые ставят, это просто легкий ПТС, не в обиду сказано. Ну, так, в смысле, подожди, ну в чем есть обида? Ну, что? Ты можешь тоже самое написать и на ПМГЦ, и на ПМПЛ. По факту мы видели это на любом турнире. То есть, мне, конечно, писать то, что про отдельную какую-то команду, то есть, например, вот такой-то там номер 245-й команда, ну, условно, да, чтобы его не попасть так. Они там фри ПТС для там для всех, то есть так не надо писать, конечно. Но в целом, то есть логично, ну блин, ну нет такого фулл сбалансированного турнира, когда бы все были бы фаворитами, это невозможно. Этого не было, я не знаю, на официальных турниках очень давно такого. Ну, знаете, такой... Не было, знаете, там, условно, коэффициентов 10. То есть нет, что, всегда будет какая-то такая команда, которую будет считать аутсайдером, но... Сейчас пока у нас здесь происходит файт с Dream Army, они теряют контраст, теряют зайку. Но, ребят, это в чем прикол? Это есть PUBG. Здесь, я даже когда вот комментил с этим Мумино и... Сейчас, боже, Мумино и Кейном, это типа легенды ПК PUBG казахского там вообще, ну, я думаю, вы шарите. То они говорили про эту тему, то, что вы в PUBG либо топ-1, либо топ-16. То есть, они говорят, мы вот, условно, те мировые турики, которые забрали... Я не помню, когда назывался турик, короче, по PUBG. Они забрали топ-1 в мире до турнира. И
В чем прикол? Они говорят, вот мы даже начали играть от турик, мы заняли топ-16. Казалось бы, да, топ-16, последнее место, как это можно? Нет, ребята, в этом прикол, это ПАБГ. Вы можете одну катку слить, вторую набрать топ-1 там с миллионом ПТС, поэтому даже какие-то команды аутсайдеры могут побороться за призовые места. То есть, да, команда аутсайдера, скорее всего, не выйдет по МГЦ, но опять-таки, все бывает. Нафт. Пытаюсь еще куда-то просмотреть. Вот валет еще. Лоу-хэповый, кстати говоря. Валет мокается. Хайпер. Вместе с Чификсом. Так, хайпер. Остается еще ациды. Ой-ой-ой, подброс хаешек под команду Worm. Hardbass Team. Хайп. Нафт лохоповый. Хайп должен зайти, это и забрать всех. Атака. Кто-то нафт его перестреливает. Чифик соло. А, не знаю про позицию Чификса. И Чифик не посуетился. Ну, то есть, окей, это просто, знаете, сейчас шанс ему резко как-то куда-то выйти. Ну, не знаю. Такой спорный момент для Чификса. Что происходит за звук? Ага. Боже, дурацкое обновление, я понял. Так, Чификс. Чек от хардпассов. Ну, кому прострел под Тузаджуса, будет ли Чификс или нет? Он просто сидит на этой позиции в то время, как коллектив Юнити боевую позицию файтится против своих оппонентов. Кто же у нас здесь? У нас выезжает уже селф. Как раз-таки под команду 29-ов. Есть еще коллектив Шоквейв, у которых добирается Эйзер. Собственно, только один Нейка, который пытается проехать прямо под коллектив Кассик Тим. Птеночек Хашипа, Мандарин встречает. Должны сейчас Нейка. Нейка, получай прострелы. Это, скорее всего, сейчас будет... Минус коллектив Шоквейвов, да, он берет, переезжает сразу на команду Арреров, но и они его просто не высаживают. Нейка продолжает ехать перед ним. Есть еще команда Ацидов. Нейка. Горец. Горец Ноки. Эйкей, 404-й ХБ с офис остаются. Минута, и пойдет игровая зона. Окей. Так, все, зона. У нас уже третья. 40 секунд осталось, она сойдется. Есть еще Аура рядом с коллективом KFW. Так, Арера норм. Нейка красавчик, что выжил. Так, заход дальше отсюда. Где-то хочу кинуть донат за Dream Army. А, это я ж не... Как? Не стимулирую никогда аудиторию на донаты. Потому что, типа... Ну, блин, ну, типа, смотрите, я ж комментатор, не стример. Я получаю, если что, вдруг кто не знал, оплату за стримы. Поэтому... Для меня немного странная тема, когда комментаторы, которые получают оплату за стримы, именно... Ну, здесь не то, что не ставят ссылки. Ссылки, окей, ставьте, как хотите. Без вопросов. Но когда прям выпрашивают, я заходил вот так на много каких-то трансляций раньше, знаете, так смотрел. Например, у меня, знаете, это, не нравятся какие-то комментаторы, я все равно зайду, посмотреть что-то там, когда-то там, раньше мог еще, да, так. И слышу, воу, пожалуйста, донатьте мне, задонатьте. Получается, идет матч какой-то, катка, человек берет, просит донаты. Ну, то есть, это какая-то кринжатина, поэтому, не знаю, для меня это... возможно, у меня такая какая-то позиция, то есть, зачем... Мне просить деньги, если мне заплатили организаторы. Если я захочу деньги, то есть я должен просить их у организаторов, которые меня заказали. Как... Я все равно, что не знаю, как... Ну, очень схоже ведущий на свайбе. То есть он ведь не говорит, ребята, мне заплатили там $300 за свайбу, а дайте ко мне еще вы там $300. Ну, то есть это же бред. Так везде с какими-то ведущими, то есть... Поэтому, хз, такое себе честно. 27+. Когда кидают, мне вот недавно даже стримил, что я стримил? А, гек, точнее, стримил. Человек пишет, в инсте мне пишет, а мне вообще, я просто не захожу абсолютно, то есть меня, ну, забросил. Говорит, дай номер карты. Я такой, да ну зачем? Он говорит, дай. Я ему дал, он скинул мне вообще 25 баксов, там, 1000 гривен. Я такой, чего, блин? То есть, красавчик. То есть, вот человек просто говорит, ну, тебе респект за то, что там стримишь на украинском. Такой, ого, прям на слока можно. Поэтому, да, прикольно, конечно, бывает такие завозы. А так, даже ссылку мне в паду вставляют. Мокси минусуется. Мэджик. Депрессор. Смотрит, что... Эйна, ауры.
Минус хилспоинты. Гоша выходит с Сизи. А, это же... Так, атакеры Сизи вдвоем остались. Забашка по Мэджику. Сизи. Половина хилспоинтов Мэджик. Сохраняет за собой еще. Так, Мэджик заходит. 130 метров до игровой зоны. Зона для Рера хорошая. Ну как хорошая? Стрелять хилпоинты сложно. То есть над ними, наоборот, гора получается. На них могут спокойно крашить. Но посейвится чисто. Окей, почему нет? Мэджик. Так, выходит Ганпейн. Выезжает дальше в Анакрай. 27+. Хит. Вот и смотрит. Ауры. Так, Стизи, атакера, атакера забирает. Стизи еще живет. Так, Алим выходит. Ауры еще прострелы, ациды. Край зоны. Есть много игроку. Заезжает под них рядом классики, но нет, а им надо с ними ехать в зону. Шоту килл. Но к пластику, но по дискриму, но по страхеру дискрим. Когда уже будут какие-то клатчи от него? Ингуш. Переход. Ближе к зоне. Ну, хотя бы не за зоной. Всего синий, конечно, не дэмэдж. Но прилетает по нему хаешки. Это минус половина хиллспоинта от ингуша. Надо дальше куда-то ингушу переходить уже. Так, остается вот с чем. Ингуш на этой позиции. А зона-то у нас просто берет и центруется. Макси. Являясь основным игроком команды Hardbass Team. Все равно Нору живет. То есть он действительно может нормально проходить куда-то. Не набрать, не знаю. То есть топ-5 может зайти и нафармить плейсинг-поинты. Может там ведь у команды... Стоп, сколько мне не дал килл-поинты, если честно? 5 фрагов. Да, 5 фрагов. Еще какой-то много ПТС. Так, Ганпейн. 27+. Сентрикс. Ациды еще живут. Так, ациды есть ног по морфе. Файт с кассиками должен быть. Мэджик минусуется. Келин заходит. 10 секунд. Пятая зона уже пойдет. Так, Келин. Нова. Пытается переехать. Котейка. Так, котейка заходит дальше. Ациды переходят еще вперед они. Кайвы еще слопаются. Макси просто лежит еще. 27 плюс должны заходить. LDX. 77-й. Прямо под ацидами. Взял, просто сел. Есть прилет еще хаешек от команд. Сел в половину хиллспоинтов остается. 80 метров. Итак, зона Арреры еще. Есть заход дальше в Винни-Пух. Половина хп. Мандарин. Находится пока что в туалете. Но Винни-Пуха все равно перестреливают. А LDX неплохо пытается закаврить своего же тиммейта. Против Кастика, но забил сверху. А LDX минус хиллспоинты. Сверху получает вообще-то ацидов. Теперь ациды должны переключаться на команду Кастик Тим. Птенчик живет еще. Заход дальше ациды. Котейка. Так, я знаю, что это Кейна. Нова, лоу хэповый. Так, еще что прилетит в сторону птенчика, вопрос или нет. Так, птенчик пытается как-то кого-то поймать там. Получает он хаешку, а он сол остался. Птенчик. Так, птенчик. Сверху еще ациды. Должны переходить не пару секунд. Зона уже пойдет. Так, Ганпейн. Мэджик лоу-хэповый. Пытается как-то проехать ближе к центру. В правую сторону от него были ареры, как говорится, забирает его сразу. Депрешер.
Тоже минусуется. Рейра втроем с фулпаком остаются. Они так, ациды. Заход снова ближе под Макси. Макс то ли один сидит. 5 фрагов, но его сразу забирают с ДБСом снова. Он минусует. 4 команды есть. Ациды могут закрываться полностью командой KFW. KFW вообще, блин, смотрите, 13 киллпоинт уже у команды. И они пали в топ-4. Очень норм. Главное крайне окажется. А Лим за дропом находится еще. Минус оба на край, Кейлин нокается, котейка, Нова. Остается еще жить они. Так, переходит Ганпейн. Так, 40 секунд. Пойдет уже седьмая зона. Так, Ганпейн видит уже ацидов. Надо выходить Ганпейну. Три команды, 8 игроков у нас еще лежит. Потому что в большинстве из них реально лежат просто. Но Реры неплохо могут так изменить ситуацию по сравнению с первым матчем. Когда команда у нас находилась на позиции топ-14 с нулем ПТС. Ну, по факту, что топ-14 тоже, топ-18. Все плохо. Так, заходит ваша команда. Есть прострел по ацидам. Нова ног, котейка. Залазит команда заявится, хотя да, это будет как раз таки край зон нужный для него. Ну, сейчас здесь лежит, ай, горец еще нокается. Котейка должна поднять Келина. Алим, Ганпейн, переходит дальше. Котейка есть ног, так, Ганпейн. Алим. Алим же соло здесь находится, котейка. Получающий молотовы. Борьба с топ-2. То есть топ-1 за рерами полностью. И все. И все, это как раз и конец нашего сегодняшнего его второго из 5 матчей World Tournament. Дымы. Плюс плешки от Алима. Так, Алим. Остается еще у нас здесь. Минус хилспоинты у Алима тем временем. И Арреры идут полностью на дожимание у нас этого игрока. Так, еще и хаешка. Ну, у них и так по киллам все норм, поэтому... Ничего особо так Алим не потеряет. Почему он не чекает в его сторону, я понимаю? Он сейчас можно... Да, не, фигню сделали, очень фигню сделал. Ему надо было просто тупую чекать чисто котейку и все. Это борьба за килл, 17 для своей команды, и за топ-2, все. Если это было бы у них 17 плюс 6, 23 ПТС. А так он топ-3, но нет, это тоже неплохо в целом, то есть по киллам-то они круто зашли. Но как будто бы, знаете, он мог доработать и сделать все намного ярче и круче. А тем временем коллектив Арреров у нас сделал топ-1. У них здесь 8 киллпоинтов, ациды 7 киллпоинтов, второе место, кейвы, которые у нас, ви, да, у них стоит приставочка к их этому названию команды, у них здесь очень много киллов, здесь первых 16 киллов, да, как, а, ну так и было, да, у них там никаких ноков не было, чтобы кто-то дотекал там, здесь у нас 7 киллпоинтов за кассиками, 5 киллпоинтов хардбаст им сделали, ну топ-6 могли побольше как будто, 27-е 5 киллпоинтов, 4 киллпоинта шут-ту-килл, ну а шут-ту-килл, знаете, вот они могут показать свой какой-то рандомный матч по результатам, как сейчас сделали кейвы, 16 киллов. Вот то есть, что-то килл, да здесь все ребята с таким опытом хорошим, которые реально были на большом количестве официалок, с большим количеством именно опытных супер игроков были взаимодействованы. Поэтому вот что-то такой прикольный результат от них можно, конечно, ждать. Но посмотрим, что будет дальше. А пока что мы с вами берем уже небольшую паузу перед нашим центральным следующим матчем, именно перед Эрангелем. I'm
Итак, возвращаемся на просмотр Ворон Турнамента. И внимание, дорогие зрители, у нас уже есть результаты по итогу первого и второго суммарно матчей. Топ-1 турнир таблицы. Но кто же, кроме команды KFW? Конечно, именно эта команда у нас находится на топ-1 турнир таблицы. Прошлый матч взяли, забустились там на 1 000 000 ПТС и залутали себе. Вот так вот себе сразу первую позицию по таблице. Вторая позиция — Оваленчи, которые были победителями первого матча. Третья позиция — 27+. Четвертая позиция — Арери Спортс, которые победили в этом матче. И пятерку закрывает команда 27+ и Спортс. То есть у нас даже после второго матча все равно в топ-5 содержатся две команды с тегом 27+. То есть вот как было после первого матча, так и после второго матча. В целом прикольно и интересно. Но мы, дорогие зрители, с вами уже прямо сейчас отправимся на наш третий матч из пяти. То есть такой центральный. То есть команды уже просмотрели друг на друге на Эрангеле, на Мирамаре. Должны были сделать какие-то выводы. И поэтому я думаю, что сейчас третий матч и четвертый должны быть самыми интересными. Пятый матч. Там вопрос, во-первых, в том, сколько команд зайдет на последний матч. Вопрос в том, какие стратегии команда будет принимать. Кто-то будет сильно открыто играть, потому что им нечего будет терять. Кто-то будет пытаться руинить, кто-то будет пытаться хантить кого-то. Поэтому вот что-то такое мы будем с вами видеть. Но посмотрим. В целом, это такой, я сказал вам, самая дефолтная роспись, чего только бывает у нас на всех турнирах. Все может поменяться. Конечно, то есть каждый турнирчик, все может быть абсолютно по-другому. Ну и мы чекаем. Уже разлет с позиции новорепки на Куаре. Ой, под такой разлет так и хочется увидеть, знаете, какую-то зону на Верхнем Гергополе, на Ясной Поляне, либо на Шенегрен. Знаете, командам было максимально далеко. И еще один момент. Кстати, пока идет разлеточка, все равно скажу вам, переключусь на секундочку на себя. Большое спасибо представительнице прекрасного клана Dream Army, Софик. Она поддерживает команду Dream Army и задонатила нам 30 рублей. Спасибо большое. Капец, я не вставляю ссылки. Вместо меня и так кидают эти ссылки в чат. И поэтому спасибо большое. Прям приятно, что вы поддерживаете команды, еще при этом донатите. Это кайф. Кстати, я, наверное, это говорил на каких-то трансляциях, но я ни разу за 3 года стримов не выводил донаты. Норм вообще? То есть, ну, не знаю, мне как-то было все равно. Ну, нет, не то, что мне было приятно получать смс-ки, но именно как-то я на этом сильно не закрылся, поэтому, я не знаю, я и не выводил из этого денежки как-то. А у нас тем временем контраст здесь что-то перебегает, уже что-то пытаются находить они. Есть тем временем команда Unity неподалеку. Мразь отправляется в лог, а его заберу сразу же. Добирает у нас игроки коллектива Кейв. Так, ну, кайваем, как будто бы уже, знаете,
Надо, да, идти чуть дальше куда-то. Выходит Алим, накидывает хаешечку под Юнити и получает ответную хаешечку он от селфа. Мейджи подбегает ближе под Генга и Мармеладом. Так, все, Мэджик. Пытается куда-то запушить. Юнити. Селф соло остается. Селф. Ой, ну здесь уже все, на залут. Хотят всех подфармить, всех отвастим. Сразу же заехать и всех забрать. Так, надо пытаться выехать. Прокрути-ка так, селф. Остается все на той же позиции рядом с хайвами он. Так, а дальше? Вперед, селф, дальше нет, shot to kill. Так, у них минус тракер, минус ангуш, дискрим. Асик, создаем на позиции мильты. Дискрим. Так, просмотрим команду, хайвы, есть ноки. Ван Акрай тоже забирается. Макси. Селф. Так, селф еще живет. Подъезжаю ближе к Харбасим. Но селфа здесь сразу же забирают. И Харбасим вот так вот, казалось бы, несложными манипуляциями забирается 3 киллпоинта. Главное, что они не особо рисковали, не теряли кого-то из своей команды. И спокойно продолжают постоянно движевать у нас на крутые позиции, где патрульная таблица. Что ты килл? Что у них здесь? Минус астик. Камон, доставляют дискримчика нашего здесь одного отыгрывать. Что ж такое? Так, а дискрим... А сможет ли он вообще солозить что сделать? Я думаю, да. Так, главное сейчас... Хорошо-то сделать, дискрим. Так, диск. Простреливает он как-то тритоном. Первый нос уже есть от дискрима. Аптечка. А затресло, да дискрим, подожди, куда же он так на себя спешит? Диск. Так, изи, все, 4 киллпоинта. Ну, заправим эту команду. Shoot to kill, и это минус shoot to kill у нас. 14 команд живых, 47 игроков у нас здесь. Так, Ава подъезжает под Новорепное. Есть также у нас некоторые команды у нас с новочки. Так, Баца. Пока что живет Шоквейвы. Камешки от Сыды Ясной Поляны. Липовка 27+. 14 команд. У нас какое-то постоянно это количество 14 команд, 47 игроков. Нарк выходит. Они пытаются дожать уже команду у нас 27+. Дыня соло остается. А вот сейчас, походу, 27 плюсы могут и отлететь. Так, заходит вперед дыня. Так, дыня, надо переходить дальше ему. Так, все, минус дыня. Райкага. Забрался я плюс ПТС еще. Так, ну и все, их отпустим, могут дальше пойти. 7 киллов у них здесь есть. Вопрос сейчас по ДРам. Рядом с модернами. Так, модерн, Dream Army. Подъедут ли они сюда ближе к ним или же нет. Так, пока что они здесь остаются. Зона игровая. Очень хороший сплит у нас от команды Kasik Team.
27+ рядом с командой Шоквейвов, а Реры в районе Мильтопауэр плюс Призн остаются. Ну как-то, как будто же 13 команд, да, все норм количество. Но счет как будто не хватает игроков. Пусть здесь пытался, что баца, забрать команду Dream Army. Не вышло у него это сделать. И все. Минус. Только одна команда. Эйн. Все, он пока что налил свой хилспоинт. Ну и у Dream Army 4 фрага. От себя полностью получается у нас основку Military Base. Остальные команды пытаются пока что сейчас куда-то перейти. Да, а, кстати, стоп, 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 стоп. Нифига себе, мини-проглюк был. Так, я надеюсь, что у вас сейчас норм по качеству. Так, ну-ка, секунду. Попробуем вот это закрыть. Вроде норм. Нет, сейчас проверю. Нет, не норм, но знаю, что норм. Секунду, надо будет перезайти. Да. Потому что, короче, фигня какая-то с нетом. В секунду багалась. Из-за этого карта зависла. Переключу секунду. Так, харда с ним пока выкатывает. Да, с Dream Army вообще у нас очень активная аудитория, которая их поддерживает. Ну, так как клан ведь Dream Pub, все дела. Поэтому неудивительно. Так, и дальше еще Карас. Так, надо куда дальше ему выехать уже. Своей тимой. Все, пытаются, они уже приехать. Липовка. Так, здесь пару команд. Есть у нас там ареры, которые живут. На, тоже, которые пытаются сейчас кого-то выехать у нас. Но у них в целом минор по зоне. Ой-ой-ой, чуть-чуть. Чуть не уронил. А, так, Dream Army, Hardbus Team, это ферма. Мильту забирает пока что ауры себе здесь. Так, вопрос по другим командам. Что у нас? Это Вормы, которые над рожком. Ясная Поляна, Ациды, 27+, краски подъезжают. Они уже в сторону команды Касика. Центрикс и остальные у нас начинают движевать. Так, Касики, будет ли файт сейчас? Да, есть файт по птенечку сразу же. Мандарин, рефлектор Хашипа остается. Мандарин пытается отъехать дальше. Рефлект еще остается тоже. На позиции Мэншина. Мандарин с командой расположились. Ну, конечно, да, груз нашли птенчик этот у нас. Вот так вот взяли, потеряли. Но что поделать. Что теперь дальше могут куда-то идти. Ноль киллпоинта пока что на счету команды Касика. Как-то Касиков я не узнаю. Как будто бы, знаете, не готовы ребята сейчас серьезно показывать результат какой-то. Рера, в свою очередь, теряет Офиза. Тоже для меня непонятно, если реально, то есть, под никнеймом Горец играет этот... Сейчас вам скажу, кто этот. Эва. Потому что Эва с Офисом столько скатились. Ну, бывает, что вам сказать. Но, знаете, как после Юника вы идете в Арера. Арера норм, типа ХВС норм, типа ничего не говорю против него. Но просто сами поймите. Это совершенно очень разная такая тема. То есть, когда вы поиграли, один там поиграл в ВПшках, на то время, когда они реально были хорошими стаками. Эва ставишь про него, типа... Когда Тофис поиграл в Юниках, все хорошо, когда было у них тоже, там, до всякой фигни, которая там в организации началась. То есть, я не знаю, и тут-то вы берете и играете. Ну ладно, окей, может, знаете, у них получится сейчас. Может, наоборот, знаете, в тот раз на Рейров тоже никто не думал на их тег. И так хорошо они заехали, что аж на ПМРК Алан прошли. Нова, Морфий. Идет дальше, это Морфий с Сайгой в руках. 29, но забирает не ацидов. Да, для них плюс 3 киллпоинта есть. Выходит вперед уже Винни-Пух. А зонка-то у нас пока что липовка остается. Там и Ареры, и рёд команда Avalanche. Вормы подъезжают под команду 29, и Вормы сейчас будет в ситуации, что не разрезались еще у нас 29. Это они делают, хотя LDX 77 на ногах. RTSN. Тоже смотрится командой. У нас есть на кварте сцену. LDX 77. Заказ ДБС. Минус. LDX 77.
Хайп РПТК вместе с командой Worm 4 фрага себе сделали. Ну что, сыграли по... Как, сыграли все грамотно они? Типа, что сказать. Наверное, чилы просто взяли, заехали, когда понимали, что там конец файта и неразрезная команда, и на этом дофармили киллпоинт, умно в целом. Команда, конечно, сейчас у нас антихайпов перекатывает. Интересно, насколько долго будут идти они. Ну, они прям на... Сколько они-то зоны? И до зоны вообще очень много им. Ну да, 2 км. Ну, многовато, конечно. Придется, как, знаете, потратить немного времени. И аптечи, в том числе, чтобы в эту зону попасть уже. Липовка, интересно, как РР там покажется против 27 плюсов. Хардбаст им пока что пропускает перед собой команду Dream Army. Ну и на липовке РР и 27 плюс пока что же живут еще. Посмотрим, получится ли у них что сделать или нет. Но, конечно, сложновато будет, конечно, идти куда-то так. ХБС. Пытается куда-то выкатывать. 10 команд. 35 игроков. Просто что происходит? Так, надо куда ехать им. Аоры. Аоры, если вы как правильно помните, это казахский состав Slime Machine. Они же покинули как организация Slime. Начали самостоятельно играть. Тоже на ней много турниров смотрел, особенно Аламан, когда они хорошо играли. То есть команда не рассыпалась играть вместе. Потому что они понимают то, что, знаете, уже сколько они, больше года тоже играли вместе. И не хотят они терять вот эту, знаете, уже сыгранность. Типа свои наработанные дефолты, не хотят не впускать никого себе нового. Да я думаю, что для них это логично на самом деле. Что они никого не подпускают, потому что, а смысл? Знаете, им, наверное, как я понимаю, хочется еще и казахов. И у них может быть и TeamSpeak казах. Потому что я когда смотрел... А, наверное, со своей машиной, да, я смотрел какой-то видосик, и они много на казахском говорили. То есть, я видос был на русском. Возможно, у них и TeamSpeak как раз тоже казахский, а не русский. Поэтому и логично, что вы не возьмете никого там, узбека вы не возьмете, потому что он не знает казахского, скорее всего. То есть, поэтому это тоже может отложить какую-то сложность на выбор игроков. Но в целом, в Казахстане супер много вариантов, конечно, по фришкам, кого можно было потянуть с собой на квалификации. Так, РР получает прострелу АК. ХБС сейчас здесь живет. Липовка, 27+. Стреливает какой-то хит. АК 444 забирается. ХБС. Так, переход дальше у нас. Команда Dream Army. Контраст. Раз приезжает минута. Третья зона. Так, что здесь? Это вормы. Вормы рядом с липовкой. Также там есть ДР, 27+. Так, контраст. Покажи, вот антики есть. Хардбаст Тим. Вот же и они. 7 фрагов. Райкага, Дусаджуса, Нафт. Тусаджуса подъезжает уже ближе. Есть уже антихайпы. Дрейган находится в ноке. Арбастим закатывает Тусаджуса и Райкага сюда. Райкага получает прострелы. Надо забрать ему World Rider. Полный хитпоинт за World Rider. Так, нет, Райкага остановился пока что. Продолжает он стрелять. И все-таки Райкага смог дать ног по World Rider. Теперь он встречается за команду антихайпа рыцарь. Ну и все, тут сажусь, зажимает. Ну это минус будет от хайпа. Ну они здесь нафт офигенный контроль делает. И сверху будут просто эти хаешки. Да, Антон... А как они Антона простреляли? То есть он разделял за транспортом? А, ладно. Чего? А как там можно было? Ну хаешки от тусаджуса, конечно же. Закатываются, залетают они. Так, Тусаджуса. Аваленчи. Остаются. Есть рядом еще Аоры.
Липов есть команды. Так, Аура закатывает уже под Аву. Так, даже лучше, что не здесь. Не, Гоша заходит вперед, Мэджик. Что ты хочешь? Ну, кстати, на как-то можешь нормально тянуть время в своей команде. Залетает даже кэшки под Мэджиков. Так, Мэджик. Пойдем, нужно еще куда дальше идти. Стрел по Тритону, Тритон лок. Неужели еще Мэджик с депрешером что-то интересное сделает? Попадает по Сизу в время Мэджик. Заход вперед уже Гоша. Так, Гоша что-то попадает дальше. Депрешер. Ну, а по депрешеру есть, Гоша. Гоша живет. Залетает ХАЕшка сейчас под Гошу. Так, Гоша добросился по атакеру. Так, Гоша, Мэджик. Еще просто получает. Гоша идут. Походу дальше Гоша хорошо нокается, атакер соло. Если Мэджик заберет, это будет вообще прям развал максимальный. Так, атакер. Против Мэджика. 1-1. Так, атакер. Пытается засейвить Гошу. Заходит сверху все Мэджик, но все-таки, да, финально. Хорошо боролись против них Аваленчи. И были нам возможности для того, чтобы закрыть полностью команду здесь. Ну, а в итоге все, атакер со своей тимой все равно у нас пока что выживают. И могут продвигаться постепенно они, но дальше. Поэтому мы с вами наблюдаем сейчас за прохождением дальше команд. У нас здесь вормы рядом с классиками. Есть также эти Диары рядом с Арерами. Шоквейвы, которые подходят под вормов, то есть... Пока по командам у нас реально все очень-очень неплохо. Так, что в чате? Хочу дальше болеть 27 плюс из порсов за Dream Army. Не, ну, конечно, да. Поддержка за вами хорошая есть. Это вот спасибо. Еще раз очень радует такой ваш прекрасненький актив. Также можете подписаться на мой телеграм-каналчик. Я там могу что-то лайвовое, возможно, скоро буду дропать. Не знаю, посмотрим по вайбу, как будет. Так, контраст. Накидывают хаешки под вормов. А, нет, там подвор возникает. Они просто пытаются раскинуть дымы, засейвиться, чтобы их спины не чекали СВшки. Ох. Ну, как будто, знаете, неудачно заезд от них. Так. Разорино. Диары, контраст. Снизу есть еще. Ауры. Зайка. Лохоповый, но мамик. Так, контраст. Еще остался он. Так, контраст кидает хаешку. Так, прям по шоквейву. Так, контраст. Должен забирать шоквейвов. И Вагнер за да получает еще. Хая на умами. Ауры. Гоша. Атакер закрывает. Они здесь. Шоквейв. Шоквейв вообще сегодня плохо попадает. Грубо. Отыгрывают. АПС. Лоу хиповый.
Так, минус атакер, Гоша. Так, Гоша забирает, но мамика. Спину прострелил ХБЗом. Хайпер пятика. ХБ сол, да, остался за команды, да. Ну, 30 секунд, сходится будет зона. Не, ХБ заберу здесь. Его вормы, вормы плюс киллпоинты. 5 киллпоинтов уже на счету команды. Но у них есть за собой юг игровой зоны. Хардбаст Steam вообще прекрасно. 11 фрагов уже есть, топ-3 даже попали. Минус Dream Army, долго пожили. Рефлект. Наблюдаю за Хардбаст Steam. А фулок у нас нет ни у кого. А нет, есть у вормов только у фулка. Да, вормы фулкой, тройка Хардбаст Steam и тройка кассики у нас остаются. Но кассики неплохо по зоне, то есть у них есть кем. И они находятся в зоне. По остальным еще есть какие-то моменты. Так, Хракака пока что выходит, вормы еще живут, рефлект. Так, даст еще куда-то прострел Хракака, возможно, дальше у нас. Ну да, вормы уже конкретно в зоне, 150 метров. Здесь если кассика получат ног, то в них сразу въедут вормы. И ХБТ их будут с другой стороны чекать. Так, форс. Че, просто сидят и все? А, как же. Ну да, решили по ФК сейчас наконец. Так, ошибка. Так, подходит даже под вормов. Так, ошибка дает еще прострелы. HyperX. Так, ошибка. Валет. Ошибка нокается. Рефлект модернизуется вдвоем. Так, валет. Так, валет и чейфикс еще остаются. Так, валет. Ну что, сага в руках у него есть. Чейфикс. Остались втроем. Ну что ж, кассики. Остаются вдвоем. Командрин, рефлект. Надо еще проходить вормы. Лег, чификс. Заходит, да, чификс. Так, мандарин. Чификс пытается еще дальше кто-то выйти. Накидывается хаешка, мандарин. Мандарин выживает пока что. Валет еще прокидывает хаешку. В сторону себе же кассика. Валет минус поинты. Рефлекс с мандарином остаются. Вормы минус форс. Подходит дальше рефлекс еще. И валет лохоповый. Мандарин спрыгивает пока что. Он здесь вниз. И говорит, ДБСка в руках. Чификс нокается, но очень мало хп у валета, поэтому, скорее всего, кассики его тоже заберут, но отдадутся полностью команде уже вормов. Валет лох хп, и валет тоже забирается. Все, окей. Хотя, если разрезаться эти кассики, то, может быть, они как-то 2-3 сделают что-то. Но вряд ли. Здесь Хардбаст Steam может чисто на хэшку пытаться отыгрывать. За счет количества они это могут делать спокойно. Ну, а уже минус мандрин тут поинт, только отрезался. Ну, и заехал по нему нахуй.
Так, мандарин. Пытается пока что как-то уходить. Нет, ну интересно, кстати, развязка наконец. Две команды по МСЛ уровням, которые квалификационные у нас будут такие участники. Каждый чем-то у нас отличались. Так, рефлект. Заходит дальше под хардбасов. Все, получается, мы как-то даже приехали на мидкастике. Все, карбасим. Забирают топ-1 на третьем матче. Получается, они перед этим, с начала матча, они же были у нас топ-10. Получается, сейчас они где-то топ-6, я бы где-то будут. Ну, где-то так, вообще топ-1 и много киллов. Угу, 15. Не знаю, да, по идее, должно им топ-6 обеспечено. А, кассики топ-2 и 2 фрага. Вормы у нас здесь топ-3 и 7 киллпоинтов. Также 9 киллпоинтов за командой Dream Army. Поддержка в чатике у нас за ними бешеная. Ауры тоже команда, которая может хорошо проявить. А, у них здесь 12 киллпоинтов. И в целом больше всего, да. Дорогие зрители, это мы просмотрели с вами уже 3 из 5 наших матчей. Впереди еще 2 матча, получается, остается еще Эрангель и Мирамар. Поэтому будьте с нами, мы скоро с вами включимся на World Tournament от Джарвиса и Лентлис. Большое спасибо за организацию данного турнира, также спасибо, что меня позвали в роли комментатора. Мне приятно, вам тоже прикольно, надеюсь смотреть. Если есть какие-то замечания, конечно, пишите в чатике, но надеюсь, что их нету, по идее. Вроде все четко проходит сегодня, поэтому да, скоро с вами увидимся. We'll be right back.
Seconds, I'm sending packing with my 182 7. The windows tinted with bitch. You got a hollow
Так, дорогие зрители, мы возвращаемся с вами в Worm-турнир, и сейчас на старте уже четвертый из пяти матчей. Перед стартом, ну давайте таки посмотрим результаты. Да, за три сыгранных до этого матча, за два Рангеля, один Мирамар. В конце у нас остается один матч всего лишь Мирамара сейчас будет, и в конце будет уже один матч Рангеля. И вообще, а что у нас здесь по результатам? Hardbus Team, конечно, на первом месте. Я думал, что будет топ-6. Но походу, вот этот вот... Один такой матч, от них замечательный, настолько много ПТС-очек, вот так взял, просто вышел на первое место. Ну хорошо, молодцы ребята, типа что, им респектовалось за то, что они так взяли, обуснулись, это норм. Второе место у нас здесь кто забирает, это игроки из коллектива KFW, и также там есть у нас еще коллектив Avalanche. Четвертое место, Arary Sports, пятая позиция забирается командой Dream Army. Вот такой вот у нас результат. Могу сказать, что он неплохой. Реально, что команды просто нравятся у нас настолько серьезно отыгрывать. Поэтому командам респект, что есть интрига. И из-за того, что как есть более-менее плотность среди коллективов, за этим интересно смотреть. Реально, то есть у нас нет какой-то, знаете, одной команды Мяташа, которая берет там пу-пу-пу, всех заносит, выносит по 30 ПТ закатку там. Ну, то есть нет, такие есть, но они у нас нестабильные, да. То есть это, можно сказать, те же хардбасы. Это те же, сейчас я вам скажу, KFW, например. То есть такой вот момент. Порто Парадзе. Эль Поза команды уже отправляются. 17 команд, 66 игроков у нас здесь присутствует. Ждем с вами, да, чтобы как-то себя еще команды некоторые проявили. И наблюдаем сейчас за тем, чтобы команды как-то разлетелись у нас. Поэтому, чатик, у меня, конечно же, какие еще могут быть у комментатора к вам предложения? Поставьте лайк. Напишите в комментарии, за какую команду вы там болеете, туда-сюда, чтобы было интересно посмотреть ваше мнение. Как вы относитесь к командам, как вы оцениваете ситуационные какие-то моменты между ними всеми. То есть это тоже интересно смотреть, не то, что какой-то байт на актив. Боже, ребят, 20 онлайн, а какой байт на актив, забейте. Тебе просто интересно для себя, хотя понимать, вот как сами зрители относятся к каким командам, и вот почему он такого мнения у вас базируется. О, Асик, тем временем игрок коллектива что-то килл, просто сидит, ждет выхода игрока из коллектива Unity, чтобы мразь уже куда-то перешел. Так, Асик. Идет вперед. Нет, он засел просто. Не, ну на хэшку он не поймает. Я думаю, мразь засейвится. Либо сам заберет Астика. Так он видит его третьего лица. Все, это минус Астик. Это минус Астик. Отвечает минус Астик. Это минус Астик. Это будет минус мразь. Или минус Астик. Хотя здесь еще мармелад есть. Возможно, мармелад когда подставится под Астика. Зачем он хэшку кидает? Я вообще не понимаю. Мразь его видит, выходит и все забирает. Нет? И вообще выдал свою позицию Астик. Ну, такое себе. Ладно, если бы он кого-то забрал бы, а так он кинул мимо. Поэтому не вышло у него ничего. Астик. Пока что просто сел. Нужна подмога, конечно, его команды. Здесь уже по 8-8 гэнг отрабатывает ингуш. Дискрим до сих пор на арене. Я надеюсь, хотя бы в один матч Дискрим нормально поиграет в свою команду и долго за них поживет. Потому что игрок сильный, но что-то не выкладывается. Так, 8-8 гэнг. Остается. Мармелад вместе с мразью. Живут еще. Пикада. Так, выходит мармелад. Гэнг. Ну, оказывается, мразь уже. Мармелад на первом этаже. Что-то килл в основном как количество пытается давливать игроков. Минус фонд с мармелада. Задал прострелом пасеку. Но его ноктули. 8-8 гэнг не близко. И селф на пятишке остается у нас. Пу-пу-пу, как будто бы все очень плачевно выглядит сейчас для коллектива Shoot to Kill. Походу все сейчас... А, не для Shoot to Kill, для Unity. Да, у Unity минус 2. Что-то путал. Так, что у нас здесь вообще по резам? Ой, не по резам, а по... Боже, как я уже начинаю тупить. Непривычно, конечно, комментировать, потому что я перерывы такие беру. Эль Поза. 27+, чуть выше от них находится Dream Army. Просто поддержка в чате на высоте у нас, как вы знаете. Пикада, две команды, еще будут долго мусолиться, тем более там эти два сольника, ну не два сольника, а дуо, но они, им надо сначала воссоединиться.
против фулпака шутуки, вот, скорее всего, они не захотят сразу сами как-то агрессировать, будут чисто, наоборот, они от дефа как-то пытаться отыграть, и вот в таком роде. Мэджик пока что живет, забирает себе Молота Нуева, надо ему еще куда-то идти. У нас 17 команд, 64 игрока и 4,5 минуты, как будет идти эта зона. Но Молота Нуева в зоне, поэтому кейвы с командой у нас War могут как-то, знаете, из-за этого тянуть время. Не спешить. Пытаться убивать. Извиняюсь. Пытаться убивать кого-то своего спота. Так, Мэджик уходит. Прострелы пошел тут. Юни все-таки что-то делают. Неужели сейчас это будет минус дискрим? Ну, камон. Камон. Нет, дискрим жить будет. Все отлично. Селф. Пока что тоже у нас здесь остается. Так, селф пытается сейчас куда-то перебежать еще. Слышно под собой шаги. Оппонентов. Так, shot to kill. Так, селф выходит. На крышу, но понятное дело, что его уже заберут. И все. Это будет, скорее всего, на сейчас минус селф. Так, прострел селфа идут. Так, надо выдвигаться дальше. Селф, но его здесь их забирает, все. Все. И shot to kill, что отбивает себе спот, выживает все вчетвером, что самое главное, потому что они как-то... Ну, у них не получалось еще ни одного матча сыграть на фулпак. У них был неплохой один матч, когда они там нашли топ-3, но там не было многих игроков, чтобы забрать матч, как-то пытаться, либо много киллов сделать. Так, вот форс. Чек, это ганпейн. Форс пытается как-то убегать. Ганпейн слева флангил, но минус форс как будто. На валет соло остался. На первом этаже выходит под мэджика. И это минус валет. Все, кейвы W, команда 4 киллпоинта себе получают на счет. Здесь же, да, 15 команд, 58 еще игроков. Нам выходит дальше как-то Алим. Хардбаст Тим на Сан-Мартине. Рядом с ними находится еще коллектив Шоквейвов. Уже Вагнер Зада просматривает команду. Так, Хардбаст Тим. Получили они еще какие-то тычки, интересно. Нафт. Ничего, живет. Райкаг выезжает. Туса Джуса. А еще Шоквейвы не фулпаком зашли. Так, 15 команд. Вагнер задам. Просматривает сейчас нафта он. Ну, это Мирмар самая интересная, думаю, будет карта. Потому что именно исходя из того, какая выживаемость по командам, по тому, что они уже все знают, где кто там проезжает, что они там лутают. И нормально изначально зашло большое количество игроков, то он будет норм. Так, Вагнер задам. Так, все, Гнерза остается. Зона ведь, 27+. Могут сейчас на них напрокать чем? Кстати, под что Шоквейл, если рядом есть косики. Может хаши подскомандовать уже по ним прострелы, но могут его скипать. Потому что зону-то надо касикам тоже забирать. Так, Вагнер зона. Монтон Нуева. Его.
Все, зона Монтунова, да, сейчас для того, что хорошо отбили всяко и вы, они могут просто остаться на своей позиции, забрать либо гору Монтунова, либо просто кемпе уже халдиться. Взлать какие-то команды уже в следующих проках, все равно зона будет уже рядом с Монтуновым. Не думаю, что это будет какой-то уход сразу на пары грид, и какой-то прям жесткий хардшифт. То есть от Кейво все равно финальная зона будет метров 300. Сейчас я на их месте прождал бы в этом кемпе какие-то команды, которые будут заехать, и все. Я тогда бы как-то действовал. Но особо все равно не стал бы рисковать на их месте. Интересно, как асики поедут. Другие команды что сейчас будут делать? Потому что все-таки такой уже финальный момент. Ответственность у команд есть. Потому что все же хотят, наверное, получить себе какие-то призовые фон. Да, поделить его там в топ-3. Попасть, отметиться, сделать репостик себе в свои прекрасные телеграм-каналы. Написать, какой вообще замечательный стримчик был на трансляции. Шоквейв, вот же прострелы у нас сейчас в этой команде. Европейской нашей, да. Нейка, Вагнерзада. 2 минуты сейчас идет эта игровая зона. Вагнерзада должен выехать. Вопрос, а Розарина, что у нас будет делать? Так, Розарина пока что выходит. Ближе под shot to kill. Дискич выезжает пока что у нас здесь. Еще на пауэргриде шоквейвы. Вагнерзада. Посмотрим, что перед собой каких-то игроков. Так, надо прострел давать ему по хардбасам. Так, заходит дальше Вагнерзада. И нафта. Нам получается еще урон сюда. Вагнерзада надо вообще забирать полностью, мне кажется, хардбаса здесь. Нейка пока что у нас. Так, Алим. Шутник Ноки, да? Арагон. Так, Драгон, точнее. Ганпэн, полностью в поинтов. Еще остается, так, 2 минуты. Пока зона пойдет, 15 команд здесь прожил. Не, вот сейчас уже мастер классный. Реально, вот это вот прям чувствуется, знаете, серьезный подход команд. Рефлект убегает тут. Перестрел сразу каких игроков, рефлект, красавчик. У нас вообще не ногло, что вообще будет красивое окончание этого файта. Может, да, там тенчик, так, знаете, на тоненького находился. А, стоп, рефлект здесь все равно находится. Да, ладно. Тенчик соло остался. Но в основном рядом с Нугушом. Может быть, он еще как-то его и заберет. Так, Ингуш. Ой, хорош Ингуш, кстати, забрал сразу двоих. Все, ну ладно, одного, который и так был лохоповый. Но одного достаточно редко он забрал здесь. Так, РРМ, есть ног по горцу, минус АКа. 444 у них. Горца, не знаю, могут, конечно, добрать, а могут оставить. Так, Тофис. Езжают вот дальше они. Минуту сходится эта вторая игровая зона у нас. Да, горта у них уже забрали. Ходит туда же на боджи, который уже переехать. Остается так, топ из ног. ХБС. Пытается сейчас тоже куда-то перейти. Есть уже прострел, уже павим. Двое нокнутых игрока есть. Так. Можно дальше выходить. Моксинки из молота вперед. Есть рядом еще 27 плюс у них. У 27 что будет количество игроков? У них походу... А, у них на этом позиции на двое только. Но Моксинки это отрезает их. Выиграли Моксинки 27. Но выиграл время для Караса, и он выиграл его. Карас успел немного отхилиться. Здесь задать, конечно, под мейджика. Карас дает уже Моксинки по Фендриксу. И у 27 плюс на ногах. И на этой позиции только хит остался. Хит надо как-то сейвить от Сандрикса, а единственный его... А, ну окей, закрыть. Что? Байт? Ай, я не успел спойнт у хита. Но Сандрикса забрали уже, все. Минус Сандрикс. Да, я мог бы закрыть дверь и сразу кидать молотов. Так, ну он тоже минус. Помог нам игрокам.
с его этим это тоже закрыли, поэтому 27 плюс закрывает здесь Караса. Но он убывает. Тем временем у нас сейчас игровая зона. Эль Поза уходит, 27 плюс там пока что живут. Выезжает еще команда Арреров ближе под ХБТ. Есть Шоквейвы впереди у нас, да. Есть также эти Киевы на Монтануево, есть Ациды. Ну и в целом сами ждем. Так, ХБС. Так, ХБС, Тофис. Укажу Ванакрай и Алим. Так, и Ванакрай и Алим сейчас заезжает. Минута. Как пойдет третья игровая зона. Так, 8 фрагов есть у них. Ну, кстати, нет, зона нормальная для них. Почему нет? Это более-менее домашняя зона. Они грамотно все заехали. То есть, несмотря на то, что они могли продолжить файт в районе Монтануева, они решили скипать, оставить на него там чисто ауров. И они файтили с этими с модернами здесь, как мы видели по чату. Команда Dream. А где Dream? Не понял. А где они? Все умерли? Нет? А, нет. Вот, но Мамик же живет. 30 секунд и закат от батону. Шоквейвы. Сейчас остается Вагнер Зада вместе с Розарина. Так, Аор. Три фрага есть. Атакер, есть ног. Стизи. Накидывающий дубинка тоже на атакера. 11 команды. Пару секунд и зона будет. Так, есть простреляла по Ванексу. Стизи надрез от своих. Да, Аор, просто понимаете, когда их сейчас двое осталось, еще один ног и все, и фатальная ситуация будет. Поэтому здесь сейчас прострелы, и Стизи хорош, что их остановил. То есть, да, сейчас они, возможно, дают какой-то шанс 29-ам под них подъехать. Ну, как будто бы все равно. Да, значит, своих разрезать. А, 29 на них не будут ехать. Может, это задержание... Если... А им надо, знаете, что сделать с 29-ом? Встать в зоне перед аорами, где они выходили. Ну, вообще, как-то странно от них выезд. То, что Стизи смог забрать. Ну, окей, да, они дали нос на Стизи. Здесь они хорошо именно аоры принимают 29-ов. Как-то неумело 29 как будто заехали. Ну, то есть, норм делали все. Как будто бы чуть дальше было ехать. Не настолько прям вплотную к аорам. Ну, ходят ванки. Ну, пухом ванки очень много, и пуха тоже драться. Ну, да. Ну, короче, да, они... Им надо было ставить уже, и вам как объяснили, вот где там между хардбасами и аорами. Либо чуть дальше в Монтануево заехать. Ну, короче, а здесь они заехали прямо на лицо аорам. Они же понимали, что те ресаются, что они не просто так стоят. Ауры красавцы. Нет, ауры сделали все грамотно. То есть, да, взяли, приняли команду. То есть, почему нет? Здесь все офигенно сделали они. Да, должен теперь вот какой-то выезжать. А зона-то игровая дальше сходится у нас. И это прокнули поза. Окей. Так, 27 плюс комфортно. Боюсь, что квэвы норм. А рэры, ну фигня, потому что ХБС далековато от офиса. От офис красавчик, конечно, но соло КФВ, ХБТшек и шоттекилов выдержать сложно. Но эти все три команды, которые я назвал, так что они могут между собой сейчас файтиться. Кейвы сейчас подойдут прямо под офис, они могут единственными стать из тройки, которые попадут в зону. Потому что шоттекил будет, походу, до Талова уже файтиться с хардбасами, до последнего игрока. На, пережа пока что страйкер здесь. Страйкер. Просмотрим команду Шоквейва, что у нас попались. Вагнер Задан, Розарина. Еще остается он. Так, Розарин просто раскидывает здесь. Ациды. Келлен, Морфи, давай, поднимаются они все выше и выше. Ауоры есть, ног у нас по Тритону. Тритон минусуется. Изи, Лоша и Атакер остаются у нас. Где-то по 27 плюс, она не заберут их, да, но тип соло. На клатч пока что не сильно все похоже, хотя он раскидывает, наверное, дымы, чтобы потянуть время, подсейвить утку, но уже слишком близкие у нас ауоры. Он еще не слышит Атакера. Долго он его слышит, как будто он мог забирать его здесь. Ну окей, Атакер 100 плюс киллпоинт сделал. Хардбас Тим, выжидать, когда под них будут заходить уже шуты-киллы.
У Харбаса все равно фулпак. И без киллпоинта, то есть команде надо настреливать их. Это у Шутукилов были стартовые киллы, которые они сделали на Пикада. У ХБТшек их не было. Так, так тут вопрос не только в Пикадаш. Да, они вообще на пару кредитов что-то намесили нормально. 12 киллпоинтов норм. И опять дискрима нет. Ну что это такое? Как? Недоволен. Наш гонщик слишком рано покидает игру. Так, ты выкладываешь ингуш. Так, ингуш брикат, я получаю прострелы себе. Так, идет дальше ингуш ближе под ацидами он. Ванакрай получает еще прострелы. Ганпейнчик от харбасов. Так, там еще Райкаги получают настрелы. Так, Ганпейн должен выходить под ХБТ. Заберет он их как-то. Так, у нас там есть зато еще и Кайвы, у которых Алим в ноке. Ганпейн, который еще на ногах. Так, 8 фрагов у них есть, 1.5 минуты. Еще урон. Все, минута остается. Пятая зона будет идти им. Котейка. С Ганпейном надо выходить. 9 команд живых. Но Мамик забирает себе эльпозы. 27 плюс выезжает. Арбузик дальше вместе с Такодой и дыней. А, нет, им надо наоборот под дыню пытаться заехать, потому что дыня в зоне. И они от дыни, походу, будут пытаться играть как-то здесь. Арбузик уже видит трайкером. Пора как будто выходить уже, настреливать свое. Ну и 30 секунд остается. Ганпейн. На ногах у нас еще. Так, Ардбаса, видит их Ганпейн. Ганпейн, надо еще прострелы, но он пускает их. Но он все равно не попадет. А сейчас, если он прострелит по хардбасам, то он хотя бы какие-то киллпоинты сделает на этом. И это было прям хорошо. Все, 9 секунд, зона пойдет уже на Ганпейн. Надо ему уже, надо переходить. Фулбустик у Ганпейна есть. И на Бугатти, да, вот модно, прямо под хардбас. Симон может заезжать, но хардбасы пересекают с командой Ауров. Гошина кнокается атакер Стизи. Смотрит за ХБТшками, а но здесь Ганпейна взрывает у Саджуса. Ну конечно, харбасы по нейтральной таблице не хотят отдавать, они так резко буквально там удержаться и в целом забрать весь этот турнир себе на счет и забрать коллекцию попадного места. Гоша взрывается, и хардбас тим уже второй киллпоинт только сделали, но они главное, что в топ-7, а не менее важно то, что они фулкой у нас здесь располагаются. Аура минусуется атакер, Стизи еще живой. Да, есть еще рядом ациды, Морфий в ноке, котейка. Просматривает shoot to kill. Так, минута. Пятая зона нужно найти. Райкер. Так, котейка смотрит за хардбасами. Выстрел тут с джусом. Шутуки, он уже еще что покажет мне или нет? Так, страйкер. Сейчас какие-то тычки он. Котейка. 7 команд. Шоквейва есть нокпа Вагнер зада. И заезжает сразу отсюда. Но надо выходить ему. Розарину этому. Может, там будет там? Да, найс. Ой-ой-ой-ой! Что? Забрал Морфия? Не... как? Чего? Я думаю, сейчас он полностью сгорит. Что за тайминг у Розарина? Это... Чё такое? Так, Розарина.
Забирает дожик, он жив вообще. А как он это сделал? Понимаете. Ну, уже забрал его, да. Здесь уже отсюда. Не отпустили. Возможность. Карбасов. Ай-яй-яй, Макси еще остается солон. Это то, что ты килл. Походу заход на топ-1. С 15 киллпоинтами команда хочет подниматься. Выше и выше. Хабот это в 4. Но у них норм по киллам могло бы быть, если бы они, конечно, подбирали многих нокнутов, там, которые были в поле. Но окей, они попытались на торм сыграть. По идее, Hardbass Team могут держать с собой топ-1. Может, у всех команд, которые выживут. Хотя, ну блин, здесь уж то килл, просто сейчас шанс. 30 плюс ПТ сделал за матч. Это может полностью принять. Ну то же самое, что и у Hardbass было. То есть они там с какого-то топ-10 или топ-11 бэмс чисто сделали на топ-1 за один матч. С другой стороны, четвертая. О, они их забрали. Так, а что по киллам? 6-6, 12, 19, 20. Ой-ой-ой! Как красиво! Отыграли shot to kill. Это просто было невероятно. Это реально прям найс! 30 ПТС за матч команда себе берет. Апгрейд! Турнирной позиции у них произойдет. 6 киллпоинтов от Сиды здесь себе сделали. Дальше на 4 киллпоинта шоквейвы. Очень неплохо сыграли Аоры в целых 9 фрагов. Ну и также 8 киллпоинтов мы видим за командой Cave W. Ну, блин, shot to kill, хардбасы. Ну, ациды не так все, они никак не принесут, да, у нас на призовой. Но вот Cave W неплохо сыграли, они же по киллпоинтам в этом матче, да, то есть у них 8 киллпоинтов, топ-8, то есть норм. А вот мне интересно, shot to kill, 15 ПТС было, плюс 30 это 45, а ХБТшки у нас было 34, стало... Плюс 2 за килл. Ну, короче, Марс как бы не стало. Они сейчас, по идее, должны быть топ-2, топ-1 будет shot to kill. То есть shot to kill должны сейчас апнуться с 11 позиции на первую за счет, ну, блин, извините меня, 30 ПТС. То есть это прям норм. Очень норм. Реально, shot to kill прям красавцы. И вопрос за топ-1 между Hardbass Team и shot to kill все равно будет присутствовать на последнем матче. Но также не исключая то, что 3-4 место тоже могут залететь, если хорошо отыграют, заберут, например, чекендинер и много киллов. Либо просто много киллов. Там, топ, как мы видели сегодня... Одна из команд топ-12 заняла, 10 киллпоинтов сделала. Ну, то есть такое же может быть у нас тоже. Поэтому ждите, последний матч обещает быть достаточно интригующим. We'll be right back.
Thank you.
Тем временем с вами возвращаемся на последний уже матч World Tournament от Джарвиса и Лэндрис. Конечно же, результаты по итогу 3-4 уже матчей на ваших экранах. Внимание, да, что мы здесь видим? Оу, а это же топ-1, Shot to Kill, 45 ПТС и всего лишь 5 поинтов, от них отставание идет за коллективом Hard Boss Team. KW топ-3, 4 позиция Ациды и пятерку лидеров закрывает у нас состав Avalanche. Но в целом все норм. Но KFW реально смогут сильно прям постараться и даже забрать топ-1 на этом турнире. Это будет прикольно. Но мы, дорогие зрители, с вами что? Ждем того, чтобы команды прям кайфово себя показали на последнем сегодняшнем матче. Все-таки это 5-й заключительный матч. Команды должны выложиться на все 100 из 100 возможных вообще своих сил каких-то там. Вспомнить все, что они там учили на протяжении всего долгого времени. Для того, чтобы нам с вами подарить море позитивного контента. Именно на последнем матче. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас будет все-таки
такая интрижка до конца есть продержаться среди команд. Но интрижки по нашему разлету уже нет, так как самолет уже у нас здесь летит. С основки Military Base в сторону Shooting Range команды берут и отправляются. Все, нормальный завоз начинается у нас прямо сейчас. Надеюсь, что команда реально выложится сейчас по полной. И будет прям что-то интересное. Все, 16 команд. Рада, что 16 команд зашло. То есть у нас, да, есть там команда, которая скинула, но она там только одна. Это как раз-таки шоквейвы, кстати говоря, европейцы. Но так вот не уважают турнаменты, правила, и решили они вот так вот нас сделать. Но ничего, ладно. Так, все, вылетают уже Dream Army у нас, вылетают также Avalanche, и на Мильту Ауры летят все так же с командой Шутукил. Блин, я не знаю просто, зачем Шутукил так рискуют? Они прошлый раз Мильту отдали, то есть сейчас они опять летят с той же командой. Ну, как будто бы, знаете, риск чересчур неоправданный. Потому что Ауру выигрывали, могут сейчас еще раз выиграть, и тогда это просто будет, не знаю, топ-2 либо топ-3 вообще турнирной таблицы для команд Шутукил. Да ладно, просто дискрима сразу накололи на... Ну, как раз все. Мечи на своем. Ингуш. На ножи все. Ну, дискрим ног, страйкер ног. У Оров на ногах есть еще атакер и Стизи. Так, Стизи. Просматривает уже Ингуша и Астика. Кстати, дискрим ходу сейвят. Да ладно, да, диск живет. Блин, просто в моменте его на этими ножами зарезали. Так, Астик, Ингуш. Слушай, где находится Стизи? Зачем Стизи подходит ближе, не понимаю. Они же понимают, что большинство за команды Шутукил сейчас будут. Когда они особенно поднимут диск еще. Но все равно пытаются, что они сейчас решить здесь. Сосновка. Возможно, сейчас станет у нас последней на сегодняшней игровой зоной. Такой тоже шансик у нас есть. Кассики там тоже находят себе 27+. То есть для кассиков там тоже найдется определенное развлечение. Так, Стизи пока выходит. Что-то я не понимаю. Что Стизи будет делать? Атакер тот же. Но ну, ХП, что выходит отсюда, прострела получает данная команда. Что у нас здесь? Это файт... А, это файт вообще недорогий котрышка. Келлина забирают, Котейка тоже что-то в ноке. Морфи и Новосус удаем. А, они здесь против у нас KFW. И как раз таки та команда, которая стоп 1, может побороться хорошо. Не ставить какие-то проблемы. Касики теряют в кинчика их ошиб. Ну что, у Касика сегодня вообще игра не пошла. Остались у них только рефлек уже с мандарином. Не все, просто на молочке. Пока что команда остается. Ауры. Уходит Стизи и Атакер. В обратную сторону от коллектива Шутукил. Пытается он где-то там оказаться. Так, а что же у нас с кайвами? То есть они давали уже ноги по ацидам, но... Так, это опять ног по морфию. Заход уже от Алима. Ой, здесь вон край вблизи. Если вон край вблизи, то все, я думаю, это будет минус ацид уже. То есть это будет хороший залут сразу в 4 киллпоинта для команды KW. Нова подставляется как раз под вон края, но у вон края полный киллспоинт. То есть на этом хорошо можно играть Нова, он это и делает. И... Возможно, заберет вон края, но вон край отлично пользуется тем, что у него есть тиммейт рядом. И он первый не пытается проходить, только на уверенностях. То есть вот сейчас он вышел против Новы, дал по нему ног, хотя даже не получил ни одной тычки в себе. На счет. И Келлин остается один. Он заходит их потом на край, но здесь уже очень много игроков команды на KFW. И его в спину забирают ребята из коллектива уже KFW. У них здесь фулл пак остается с 4 киллпоинтами. Все, команда молодец. Реально могут дальше теперь они куда-то выходить, что-то еще такое интересное думать, делать. Ну, короче, у них сейчас есть реально все шансы на то, чтобы забрать это поднять. То есть у них сейчас уже... А, так они даже должны обгонять... Сейчас скажу, кого? Hardboss Team. У них было раньше 2 ПТС, сейчас они в плюс 2 идут от этой команды. То есть, да, они прям красиво сделали. Посмотрим, как пойдет дальше у нас. Пока что здесь 15 команд, 54 игрока. Новорепная забирается командой Avalanche. Рядом есть еще команда этих Dream Army, на которых, если напрокают у нас, я думаю, чатик вообще разорвется прям. Что последний матч, о, Dream Army, я думаю, там чат оценит такой, конечно, момент. Посмотрим, может и не напрокает, там тоже такая зона, что может повторить зону Ферипьера у нас, например. У нас чат чисто в поддержке команды, это очень сильно. Так, атакер. Какой-то ползет у нас атакер ближе.
По 6 киллов. Но все равно в минус одного они играют по численности. Для риска как будто не способны они сейчас. Реально как-то так взять, что такое интересно начать. Атакер. Я на что-то киллы. Ладно, что-то килл, походу, выживут он здесь. Но они только отдали. Да, за счет двух киллпоинтов, даже несмотря на то, что потеряли страйкера. Все равно в лаве, если таких по тесту, они топ-1. Но могут их кто-то и подзабрать здесь, конечно. Все, что-то киллы пока что остаются у нас. Идет первая зона. 3 минуты. Как она будет у нас ходиться? Медленно, уверенно, зона будет идти. Вормы. Е с верхнего Гергополя. Сияски перекатывают пока что себе здесь Киевы. Липовка 27+. И есть уже прострелы от команды. У нас Дрим. Да, Дрим Арми. Выезжает Нулмамик. Заезд краски под ребят коллектива Валенчий. Остается Депрешер, остается Мэджик. Чекает какой-то Депрешер. Так, попадает, что здесь дальше на Валенчик. Депрешер соло остался. Ой-ай-ай-ай-ай. Так, а дальше? Вот он еще берет Нулмамик. Остреется, что Депрешер здесь. 2 минуты. Так, надо заходить дальше к контрасту. Так, Депрешер. Должен кого-то заметить у них. Так, Дрим Арми неподалеку. Нулмамик. Фулл пак пока что остается для команды Dream Army. Но Мамик впитывает в себя еще чуть урона. Так, есть минус по Валенчам. Минус Карас. Ну и все, Депрешер, да, остался соло. Все, походу будут забирать его. Все, но Мамик куда-то подходит. Ну и Депрешер все там в кемпе. Пока его нет, не выйдет, я думаю. То есть, скорее всего, это просто минус Депрешер и просто 4-й киллпоинт. Насчет коллектива Dream Army. Но, да, это минус Депрешер. Dream Army плюс киллпоинт, но команда топ-8. То есть, при прям очень хорошем матче Dream Army могут попасть в топ-3. Но это прям должно, знаете, все идеально не сложиться, но шанс есть такой, конечно. 27 плюс, один из стаков уже начинает файтиться. Это не 8-й стак, это 13-й стак. У них уже 2 киллпоинта здесь есть. Так, что у нас здесь? А, ну они на липовке у нас оставались, ладно. А здесь, тем временем, есть еще у нас команда антихайпов, которая файтится против 27+, просто команда, не 27+, eSports. Смотри, что это кода. Проезжающий ему стаку антихайпов. У них есть там уже нок один, но такода пытается куда-то перейти. Здесь, кстати, неплохие какие-то баги, я знаю, есть, как можно зайти внутрь этого маяка. Плюс я увидел недавно, короче, возможно, в шарике, возможно, нет. На баге можно разогнаться по пляжу и заехать с вот этой стороны на маяк прямо. Это вообще такая имба, я когда увидел, то в какой-то чат кинули. И я такой посмотрел, думаю, ого, неплохо. Так, 3 минуты, зона сходится. И эта зона как раз таки антихайп является центром. 27+, подходят еще ареры. Hardbass Team подряжает под Ферипьер. На починках еще остается у нас команда Team Modern. Да, и 27+, так, они пока что живут с кем? С кассиками, что ли? А, ну рефлект, он соло поделал, вопрос пропустит здесь, как никак его здесь не найдут в катакомбах, тем более 27+. Не просто едут мимо него. И уже по 29-ов едут они. Так, РТСН. Заехали ряд в зону. 27+. Рядом с ними есть. Могли бы что-то придумать о ним. Но нет, команда пока что не спешит, что делать у нас здесь. Юнити. Есть прострел от Арера. Эй, команда Юнити вот пытается нас остановиться. Прямо на Арера. Прострел от стороны Тофиза идут. Стейл попадается в ног. Так, Тофиз переходит. Мармелад есть рядом. Так, Юнити. 808 Гэнг. Мразь отправляется в ног. Гаксона. Гэнга. Он нокается Гэнг.
Мармелад. А, он только подъезжает нас, но ему нет смысла тоже файтиться. Он сдалека раз, что есть даски для прострела по демодерам. Там есть нокнутый, он, возможно, его там как-то забрать может. Дождал лог. Ничего себе, Мармелад норм. Сделал. Да, нок на такую дистанцию с добитием. Хорош, хорош, хорош. Красиво сделал. Два фрага, есть в юнити. И он тем самым немного помог вормам. Потому что вормы просто заезжают уже на команду у нас. Тим Модерном, где один только була остался. И его забрали все, вормы. Сколько вормы киллов? Только два, не так много тоже. Но они ж по идее не будут ехать в сторону Мармелада. Потому что у них нет вообще информации по той численности, какая есть у Мармелада. 29 остался только один игрок. Хит. Выходит дальше хит, и все, РТСН перестреливает нас команду 27+. 4 киллпоинта есть на счету у команды 29. Могут они сейчас переходить еще вперед куда-то. 12 команд, 38 игроков, сосновочка, либо ферипер. Ну, скорее всего, ферипер будет, я думаю, это зона уже. То есть, ну, в этом направлении команда будет двигать, а Арреры встречаются с Харбастим. Харбастим вот сейчас куда-то рано файт, потому что команда заметила, что они стараются... На верочку играть именно в последних зонах. Вот все турниры, что я смотрел, как будто бы вот именно последняя зона, у них только начинаются все файты. То есть, а вторая зона рановато для них, если начинать. Но тут им пришлось выбирать, так как Арреры помешали действительно заехать так, как они хотели, и забрали сразу Саджусу. Но Навсы команды может заскипать все равно продолжение файта, и могут они и дальше постараться куда-то переехать. Не знаю, почему Арреры не едут дожимать так. Могли бы они и эту какую стратегию испробовать. Ну что, опять, а что мешает Аррерам? То есть Арреры уже не все равно не запрезают. Походу, да, реально прикол. Ё-моё. Что это такое? А идет ли стрим? Вообще интересно, сейчас посмотрим. Походу нет. Капец кринжа, конечно. Фу. А нет, стоп, о, что-то пошло. Что за бред? Такого никогда не было. Просто взял у меня, вкрашнулся. Слава богу, что не додумался перезапускать комп. Ё-моё. Так, а ну-ка, стоп. Ну, здесь просака по FPS, сука, жесткая пошла. Мы тут кадров пропустили, мы. Блин, ну дофига как-то. А ну-ка, секунду, посмотрю, что так напрягает комп. Капец. Ну, хорошо, что вы меня слышите. Секунду, чатик. Секунду. Кстати, нет, у меня все норм по компу. Я не знаю, это OBS, походу. Да, у меня загруженности компа нет какой-то серьезной. Что за бред? Чтоб Мали просто сам... Сама ОБС-ка слопнулась. Это такой идиотизм. То есть, да, есть нагрузка, но она не, вообще не пиковая. Подожди, а звук? А, звук наушниками идет. Окей, так, что можно перезапустить? Давай подумаем сейчас. Секунду. Стоп. А, я понял, что сделать. Секу. Так, секунду. Я понял, что будет баг. Я могу... А ты смотри, у меня просто в экране такой, думаю, че? Ах, ладно. Просто программа, которая, значит, проблема не в ОБС-ке. Проблема в программе, которая захватывает у меня экран. Боже мой, насколько же это бред. Она просто забагалась, и все. Окей, до one. Секу. Что-то, может, я вытянул? Нет, все на месте. Блин, на последний момент, у нас как раз-таки последний матч. И она так сильно налажалась. А, что, теперь вы слышите? Так. А ну-ка теперь смотрите, проверяйте. О! А вот теперь Чиназус. Вот теперь то, что надо. Реально, ну какой-то бред. Взял лоу-стопнулась, у меня такого вообще не было. Сколько я стримил за последнее время? Да иди за последнее, но это... Ладно. Окей. У нас временем 11 здесь команд, что-то пытается сделать. Давайте, да, в одно то устройство простримим, что-то не понимаю, что происходит. Так, Харбастим заезжает вперед нас. Перед ними есть еще и вормы.
Чификс. Форс Еу. Остаются еще на ногах. Форс отправляется в ног. Чификс еще живет. Скоро Чификс. Астик. Не спешит куда-то он сюда, чтобы выходить. У нас все временем команда Dream Army. К сожалению, не забирается команда. Блин, да, хорошо, что просто много моментов. Ничего. Хардбас Тим в один фраг команда идет. Так, на драйхак уже выходить. Арреры. Тоже остаются. Пару секунд, под зона. Нав закат от изумрудки у нас. И это заезд напрямую под коллектив арреров. Так, полторы минуты. Третья зона идет. Попадание по нафту. Райкаге, Макси. Встречает уже нафта. Так, арреры. Shot to kill. Минуту. Будет ходить уже зона. 9 команд. Прострелы по 29. У нас минуту сходится зона. Но да, эта часть все-таки осталась в основке даже на эту зону. Но 27 плюсом все равно придется как-то переходить это. Shot to kill. Блин, ну прям должны забирать топ-1. ХБТ как будто бы отдадут его. Хотя кайф дабл еще есть, кстати, который 5 киллпоинтов, 3 игрока. То есть все, интрига остается. Вот 9 команд живых. И из них 3 команды это стоп-3 турнира таблицы. Которая, ну, более-менее тесно друг с другом. Там разница 5-6 поинтов. Такое, то есть не особо. Реально, чисто плейсмент можно решать там в моменте. Мейджик, что пытается попасть по 29, но не докидывается уже хаешки от него. Остается пока что здесь РТСН. Так, РТСН даст еще какой-то прострел. Так, лох. Ничего здесь. А, извиняюсь, LDX. Боже, какой он байтер. LDX, Magic. Хаешка под Magic, хорошая от РТСН. Не зря поджегся он на молике. За такой идеальный тайминг вообще выступил с ребятами. Алим. Так, и дальше Алим. Алим выходит вперед. Ванна Край еще живет. Так. Ванна Край должен защитить как будто, если их зареснуть. Но шот-то киллы, конечно, мешают сильно. Тут, конечно, не спорю. Надо шот-то киллам что-то придумать уже. Вон на край. 27 плюс. Еще прострелы команда. А остается только Такода вместе с Арбузиком. Так, Такода. 29 еще получает прострел. Это СН. Залетает под Горца. Заберет ли он его? Не, Горец только на половине хилспоинтов остался. Так, 30 секунд, Горец. Минус по РТСН, РТСН остаются. Поднимается выше, выше, на край. 20 секунд, 8-я зона, shot to kill. Минус Астик. Дискрим минусуется. Даже последний матч не хочет отыграть до конца. Неужели что тут не топ-1? Либо Энгуш забирает Стизи. Либо забрать Стизи. Либо топ-2 турнира таблицы. Либо вообще топ-3. Ну, а Орок, конечно, сильно могут подрынчить. Ой, Ингуш. А, попал все-таки молик, ну ладно. Я думал, что здесь никак не попадет. А вот, конечно, посторонние команды помешали. Ой, как хорошо! Это все, это имба. Здесь прям могут нормально пройти Hardbus Team, реально. Так, я дальше пока что Макси. То есть они забрали своих прямо конкурентов просто в моменте. Так, переходим пока что Макси. Так, контролирует он Ауров здесь. Выезжает Сизи с атакером. Минус атакер, Сизи продолжает движение. Так,
получил еще какие-то прострелы. Ай-яй-яй, Стизи, хорош. Постарался, там счет не выжил. А, Рэрс плюс киллы. Так, хорошо, значит, кайвы. Ну и слова на край, значит, Карпас Тим. Плейс мы там должны затащить. Так, Райкага. Надо Райкаге выходить уже. Так, я же простреляла по Тофизу. Так, Арера фулпаком. Горец. Раскидывает дымы. Минуту зона будет идти уже. Так, антихайпы. Пока ничего антихайп не делают. Шесть команд. Но Харбасы чисто плейсмент. Такой уверенный, хочется плейсмент забрать команде. Выходит World Rider, пара стрелы по Мармеладу. World Rider, чек это Рера. Минус по World Rider. Ник и Авалет еще остаются. Так, Авалет. Но можно крыть кого-то. Вот все-таки, да, вот с этой позиции вообще имба. Его есть. Ну как его обойдут здесь? Хаешку прокинут, да вряд ли. Так, Райкага. Пытается куда-то пройти дальше он. 27 плюс. Живет что-то кодом. Пытается что-то он сейчас такое-то выдумать. Арбузик смотрит Hardbass Team. 5 команд. Ну, блин, ну, ну есть, конечно, надежда, что Ванакрай что-то может такое придумать. Это просто жестко, если реально он заберет топ-1 соло. Ну, не топ-1 в этом матче, а для своей тимки, типа топ-1. Прям завоз будет реальный. Так, Акам. Все, 60 метров. До зоны над Арером. Ну, когда какие на последнем матче забирают топ-1, знаете? Реально. Так. Окей. Так, 27+. Идут под Харбас Тим. Так, вот что живет еще. Поднимается выше-выше. Ну, да, хотя бы уже все. ХБТ топ 3 забирают себе в этом матче, обгоняют всех по плейсменту, своих ближайших конкурентов топ-1, которые были перед этим матчем, и топ-3. Поэтому все, Hardbass должны все забирать себе по призовому. И 5000 будут у них, значит, топ-2 будет 3000, скорее всего, будут все-таки... Кстати, я не знаю, это будет либо шут-ту-килл, либо кейп-икс, наверное, шут-ту-килл. Киллов-то больше. Но... Вылетает. Еще двойка остается у Hardbass, это Макс и Райкага. Так. Райкага выходит. Есть рядом еще Арреры. Так, офис. Видит Харбаса. Высаживается Райкага. Сажает еще Макси. Нет, Макси. Отлично. Все, Арреры. Нормально остаются еще. Ну и закрывают уже команду 7+. И будет у них прям очень нормально. Так, Такода. Так, Такода пока что бустится. Арбузик. Так, Такода заходит дальше. Ну, я Рэп забираю. Все, хорош. Стоп, Арэр, есть шанс или нет? А! Стоп, у них реально шансы? Точно, они что-то матч забрали, хорошо. Так, а я что-то втыкал за... Я что-то вообще не думал, что всем могут... 15 киллпоинтов. Первое место, то есть 25 ПТС. Плюс 24, которые были до этого, 49 поинтов. Не, Hardbass'ов они не обгоняют. Кейвов...
Возможно обгонять, кстати. Да, Кейвы, по идее, сейчас опасно. 43 поинта. Ну, да, по идее, за счет двух чикендинеров арреры залетят призовой. Но я думаю, ну, по идее, хардбасы забирают топ-1. Ну, короче, ладно, давайте посмотрим, почекаем это. Все равно у нас есть став, который все посчитает, зачем нам напрягаться с вами. 6 киллпоинтов, 27 плюс здесь сделали. Тоже интересно, 27 отыграли. Вот, как там из-за них чат вообще топил. Далее там Кейвы 5 киллпоинтов. Хардбас Steam 4 киллпоинта сделали у нас. 4 киллпоинта, shot to kill. Боже, у нас тоже shot to kill. Могли бы поинтереснее сыграть. У них просто первые матчи были сливные, так бы, я думаю, мог бы быть топ-1. 7 киллпоинтов, 29. 5 киллпоинтов команда Dream Army сделали себе. Ну, а по остальным командам вроде бы все. Так, хорошо, дорогие зрители. Это окончание нашего уже всего этого турнамента. Ворон-турнир by Jarvis и Letlist. Большое спасибо еще раз организаторам за то, что они меня позвали в роли комментатора, чтобы я тут на своем прекрасном YouTube-канале прокомментировал для вас, дорогие подписчики, этот турнир с призовым фондом 10 тысяч. Да, на 3 призовые места. Первое место 5 тысяч, второе место 3 тысячи и третье место получится 2 тысячи призового. Поэтому вот так вот, дорогие зрители. Да, просмотрели, ждем резов. Нам надеюсь, что их очень быстро с вами посчитают, мы так с вами пом-пом-пом, и быстренько почекаем, подождем, что и как, и пу-пу-пу, и что тогда мы будем с вами делать. И тогда уже все, заканчивать будем. Может, не знаю, там еще будет, по идее, не знаю точно или нет, по идее, в следующее воскресенье стрим чанский. Ой, не в следующее воскресенье, в следующую субботу. Если я там буду, вообще выживу после пятницы, потому что пятница вообще такой завоз. Ну ладно. Да, вот суббота будет стрим чанский. Это получается в июне, в январе точнее уже все, февраль вообще не шарю, а хотя не знаю, там помысл квалы, ну я не знаю, типа рестримить их или нет, еще не решил, как будто бы влом, ну как будто не то, что влом, просто можно не тратить энергию, а что-то еще поделать, потому что там, короче, такое, хочется еще чуть больше поделать, а то да, непорядок пока что. Так. Ждем. Уже. Ждем резы, но Норкан сыграли. Так, а что там чатик пишет? Помимо интереса поддержки, Камаш, я заблочил iPad пока этот. Где у нас чат? Не, все то же самое, да. Хотя бы, если я включу все. Блин. Потерял чат. А, нет, вот он, так, настроечки. Не лучше сообщение, если все посмотреть. Опа. Не, ничего нового не пропустил я. Хорошо. Кстати, а готовые результаты да у нас уже есть. Окей. Чтобы вы понимали, тут есть небольшая неожиданность. Так, сейчас сожму качество, потому что у нас оно очень безрок хорошее, поэтому оно прям большое. Так. Так, я чуть-чуть, знаете, немного в шоке. Так, дорогие зрители, внимание на экран. Это что? Это топ-1 что-то килл. Это топ-1 что-то килл. Это 49 ПТС. Арерия Сворц. Это третье место Хардбас Тим. Что? Как это было? Нифига себе просто. Посмотрите, насколько же плотная табличка выдалась. Вот это интерес. Вот это супер завоз. Я прям максимально рад. Что? Ну как? Я не понимаю, ну... Не, это сильно, это сильно. Арреры, красавчики, что тут два залетели. Я не знаю, я был уверен, что Хардбас Тим топ-1. ММБ ошибочка какая-то, но не, ну ладно. Уже как есть. KFW топ-4, топ-5 у нас 27+. Dream Army топ-6. Ациды топ-7. Avalanche топ-8. Девятая позиция Aor Esports, десятая позиция 27 плюс Esports, одиннадцатая позиция Worm, двенадцатая позиция Shockwave, тринадцатая позиция Кассики, 29 топ-4, Anti-Hype топ-15, шестнадцатая позиция Unity и Team Modern топ-17. Вот такие вот результаты выдались прикольненькие. Ну ладно, дорогие зрители, что, на этом прощаемся тогда? Всем пока-пока, с вами был Артем Абрамов. Скоро уже с вами увидимся на каких-то еще трансляциях. Вы, главное, подписывайтесь на телеграм-канал, там все равно все ссылочки на... Получается, да, если вы подписаны на YouTube, то вы немного урезаны в информации, потому что в телегу все равно проще все. Могу какие-то прикольчики скинуть туда, кружочки какие-то смешные записать. Не знаю, фоточки, может, какие-то будут.
Сейчас тем более уже будет теплее, буду еще больше гулять, наверное. Вот, потому что сейчас работы будет меньше. Короче, да, будем сейчас завоз делать. Поэтому пока что берем с вами небольшую паузу. Скоро уже увидимся. Ладно, не теряйте меня. I prefer the 50 pistol, lay me down and shoot.